Приветствуем всех на нашем вебинаре. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Традиционно хотелось бы проверить, слышите ли вы нас. Если вы нас слышите, пожалуйста, поставьте плюсики во вкладке Questions. Мы отслеживаем, насколько все хорошо у нас со звуком. Давайте подождем. Так, плюсики вроде бы пошли. Все нормально со звуком. Тогда будем двигаться дальше. Если вдруг у вас нет звука, то попробуйте переподключиться, то есть выйти и заново зайти на вебинар. Обычно это помогает. Устойчивость интернет-соединения не везде стабильная. Если вам не нравится наше видео, можно его немножко уменьшить. Оно у вас отображается либо снизу, либо слева. Запись, конечно, вебинара обязательно будет. Мы их выкладываем в течение там, 2-3 дней обычно у нас на сайте. О чем мы сегодня с вами будем рассказывать? Расскажем вам сегодня о новинках, то, что выходило в управлении сайтом 16.5, то, что мы уже делали анонсы, то, что выходило без каких-то глобальных больших анонсов. Немножко подробнее расскажем о том, что выходило. Выступать будем сегодня мы, это я, Юрий Волошин, и Алексей Кирсанов, руководитель разработки нашего самого такого, наверное, прогрессивного отдела, который занимается исследованиями, скажем так, исследовательской лаборатории. Так, давайте посмотрим, о чем мы сегодня будем говорить. Мы немножко поговорим о управлении ценами, о скидках. У скидок интересные вещи появляются. Поговорим о административной части, о ней мы уже немножко рассказывали, но мы кратенько попробуем показать какие-то интересные моменты для разработчиков. Поговорим о пресетах в маркетинге, о автоматических интернет-продажах, автоматизации интернет-продаж. Немножко поговорим о новой процедуре оформления заказа, ее, думаю, все уже видели, но по ней обычно очень много вопросов. Немножко вернемся к ней и расскажем, как она работает. Поговорим о холдинговой структуре, это для тех, у кого несколько компаний в рамках вашей организации. О персональном разделе, который тоже уже, в принципе, вышел. Ну и немножко расскажем про бигдату и облако интереса. Ну, давайте начнем. Торговый каталог, управление ценами. Клиенты достаточно давно просили нас сделать возможность в рамках каталога, нашего стандартного каталога, сделать управление ценами, чтобы можно было быстро изменить цены в рамках стандартных элементов, стандартных товаров, так и в рамках торговых предложений, так называемых SKU элементов. Что делать дает возможность наша новая система управления ценами? Она может делать округление при установке цен, она может устанавливать цену от какой-то базовой цены. Вы, предположим, можете с 1С выгрузить закупочную цену, зарегистрировать эту цену в рамках нашего магазина, а потом от нее сделать то количество цен, которое нужно в вашем магазине. То есть это может быть там оптовая цена, это может быть крупнооптовая цена, розничная цена и так далее. И от какой-то конкретной базовой цены вы можете добавлять какой-то процент или сумму накрутки, которую вы хотите сделать, и округлить цену в какую-то из сторон. Округлять можно в большую сторону, в пользу клиента или в пользу предприятия, либо по арифметическим правилам. Также округлять, в принципе, можно до какой-то целой величины. Это единичка, пятерка, десятка, пятидесятка и так далее. Есть интересная модель изготовления привлекательной цены. То есть, когда вы округляете, например, цену до целого, до 10 рублей, а потом делаете отнятие от этой цены, например, 1 рубля, чтобы цена получилась, например, там 399 рублей. Почему-то все считают, что такие цены привлекают внимание. Ну и самое главное, что делает эта возможность, это быстрое изменение цен в рамках каталога. Давайте посмотрим вживую, как это происходит, как это работает, что вы можете сделать в этом плане. У меня есть открытый магазинчик. Сейчас он поднимется, он стоял немножко. Так, ну возьмем наш каталог одежды. Пусть у нас будут штаны. Ну давайте сначала откроем визуальный раздел. Посмотрим, какие цены текущие. Ну вот цена в среднем в районе 2000 рублей. Давайте попробуем изменить цену. Как же вызывается изменение цен? Вы выбираете те товары. Это могут быть не обязательно товары, это могут быть разделы. Выбираете те товары или разделы, на которые хотите повлиять, на те цены, на которые хотите повлиять. Причем, если вы обратите внимание, я выбрал товары обязательно с торговыми предложениями. Тем самым посмотрим, как произойдет изменение торговых предложений. Вызывается вкладочка «Быстрых действий» внизу на панели нашего списочка товаров. И выбираем изменение цены. Делаем «Применить». Запускается управление ценами. Я выбираю розничную цену. Я хочу ее увеличить. Ну, давайте увеличим ее, я не знаю, там на 60%. Поставим точность округления до 100 рублей.
ну, даже не до 100, давайте до 10 рублей, чтобы красиво было. И проверим, как работает схема, когда цена отнимается, отнимем 1 рубль. Сделаем округление в пользу предприятия. Ну, и запускаем изменение цены. Все, цены изменились. Давайте посмотрим в публичном разделе, что цена не изменилась. Сбрасываем кэш. Все, цена изменилась, 3200 рублей. Округление произошло. В принципе, на все. У нас там одинаковые цены. Да, у нас одинаковые цены. Ну, цена изменилась. Вот таким быстрым способом вы можете менять изменение как бы цены в рамках какого-то конкретного торгового каталога. Сейчас же вам приходится изменение цены делать руками. Вам нужно заходить в торговые предложения и вот здесь вот как бы менять цену. Тем самым фактически, вот видите, да, в каждом товаре у меня очень большое количество торговых предложений в районе там 10, здесь вот сколько элементов, 10-15 элементов. То есть я очень быстро изменил фактически около 30-40 элементов в рамках цены. Так, что у нас еще интересного появилось? Это видеоролик, если вдруг у нас бы не заработал показ реальный. У нас произошли изменения в рамках скидок. Мы с Лешей Кирсановым, когда готовились к вебинару, нам понравилось, есть в маркетинге есть такое понятие правила 4P. Мы тоже решили сделать интересное такое правило 4P. Это переезд скидок, производительность в рамках скидок, пресеты скидок и предсказания. Что же это такое? Магазин скидок, наши скидки, вернее, были достаточно расширенными, были очень удобными для клиентов. Можно было, в принципе, сделать любые типы скидок, любые типы настроек, но были определенные ограничения в рамках скидок. Скидки у нас разделялись на два типа. У нас были скидки, которые работали с каталогом, когда можно было делать скидки на конкретные товары или разделы вашего каталога. И были скидки в рамках магазина. Это скидки, которые работали или отрабатывали во время оформления заказа. Эти скидки отрабатывали в корзине. Они влияли на количество товаров в корзине, на сумму товаров в корзине. Могли быть какие-то изменения, например, связанные там, с весом товара, с его размером и так далее. Эти скидки отрабатывали в рамках вот этих вот компонентов. Проблема состояла в том, что вы не могли влиять на эти скидки. У нас были такие параметры в скидках, когда вы могли прекратить скидку и не дать применение скидки в дальнейшем. То есть скидка отработала, и она заблокировала применение скидок в дальнейших. Сколько бы скидок не было, вы не могли их применять. Но когда эти скидки работали отдельно, каждая сама по себе, то один из типов скидок не мог повлиять на второй тип скидок. И когда клиенты настраивали, вы как клиенты настраивали скидки, вы могли сделать, допустить ошибку, и на товар могли примениться два типа скидок из разных вот направлений. Соответственно, вы неожиданно могли увидеть на товаре ту скидку, которую не ожидали на нее увидеть. Вот ради этих вещей, ради объединения скидок, ради производительности, мы решили объединить скидки в единую систему. Для этого нужно будет сделать миграцию ваших скидок. Мы ее вживую постараемся показать. Я подготовил каталог, на котором можно будет это сделать. Мы решили вот этот сделать переезд и объединение. Самое главное то, что до миграции у вас все будет работать по-старому. То есть у вас ничего не сломается даже после установки обновления. Покуда вы мигратор не запустите, будут применяться и каталожные скидки, и магазинные. После мигрирования уже будут расширены магазинные скидки. Мы решили сделать изменения и в рамках производительности. Производительность не всех, естественно, касалась. Это в основном были проблемы у тех клиентов, которые делали около 60-70 тысяч активных скидок одновременно. Это обычно скидки на огромных каталогах или там, где отдел маркетинга работает очень сильно и скидок делает очень много. Мы поработали над производительностью, думаю, теперь проблем с 60 тысячами скидок у нас не будет. Да, проблем быть не должно, потому что мы сейчас проводим предварительный предпросчет условий и берем уже предпросчитанные условия, то есть не считаем каждый раз заново. Ну и еще одна из интересных особенностей – это так называемые пресеты. Пресеты мы тоже немножко посмотрим дальше вживую, но расскажу, что это такое. Так как скидки достаточно гибкие, настройки все росли и росли, то стандартные типовые скидки становилось делать достаточно сложно. То есть, чтобы сделать обычную скидку на товар или там скидку на какую-то там группу товаров, на комбинацию товаров, приходилось делать достаточно много движений мышкой, кликов так называемых, чтобы сделать эту скидку. Чтобы упростить работу отдела маркетинга, чтобы мне приходилось разбираться, как все это работает, мы сделали так называемые пресеты, их пока не так много, в районе там 15 штук, которые позволяют очень быстро выполнить типовые условия в рамках скидок. Потихонечку будем пресеты расширять, если это интересно будет для клиентов, для наших, для вас.
то мы будем потихонечку эти пресеты расширять и добавлять их. И главное, это пресеты максимально оптимизированы с точки зрения производительности. Тем более, это вообще удобно. Предсказания. Предсказания – это еще одно из нововведений, которое мы решили добавить как такую изюминку в наших скидочках. Это возможность подсказывать клиенту, что он может получить скидку, если выполнит некие условия. Вот у меня на картинке видно, что чтобы получить скидку в 10% на данную покупку, ее нужно произвести совместно с туфлями вот такой вот, с таким-то названием. И, соответственно, если клиенты будут добавлять что-то к вам в корзину, будут брать какие-то товары или смотреть какие-то товары, вы сможете вот такими вот подсказочками как бы подталкивать их сделать какую-то покупку. Потому что все мы клиенты и все мы люди, нам хочется купить все, естественно, подешевле. И вот такие вот интересные предсказания дадут возможность подсказывать клиенту, когда и в чем сделать выгоднее покупку. Предсказания настраиваются достаточно просто. У нас есть пресет предсказаний, то есть вы можете посмотреть, как это все делается и посмотреть, как все это настраивается. Так, ну, прежде чем перейдем к следующему разделу, давайте попробуем посмотреть, как это все работает вживую. Вот у меня есть торговый каталог. Я установил обновление, и вот вы видите, что у меня вверху появилась возможность сделать конвертацию скидок. Я не делал конвертацию, хотел показать вам ее вживую на вебинаре. Давайте попробуем ее произвести. Процедура опасная вживую, когда делается. Да, механизм еще у нас находится в стадии тестирования, то есть в отделе контроля качества, поэтому показываем вживую на, так сказать, страх и риск. Да. Система вас предупреждает, что произойдет, она более подробно рассказывает, что будет сделано. Мы обновили тексты, тексты достаточно понятные. Мы пытались протестировать эти тексты на клиентах, которые не совсем хорошо разбираются, как работает магазин. Девчонкам вроде было все понятно, мы решили вот в таком виде их подсказать. Так как у меня скидок достаточно немного, то конвертация прошла очень быстро, ну, вроде бы все произошло. Какие отличия и как вы увидите, что скидки изменились? Войдя в товарный маркетинг, вы видите, что у меня осталось всего три раздела. У меня остался предустановленный список маркетинговых акций. Это вот эти пресеты, про которые я уже сказал. У меня остался один раздел скидок, а раньше было два. Правила работы с корзиной и скидки торгового каталога у нас был раздел. Теперь раздел остался один. Давайте я расширю окно, чтобы было хорошо видно. Осталось два раздела. Ну и остались традиционные купоны. Давайте посмотрим, как немножко работают пресеты и как все это, ну, как бы происходит. Давайте возьмем скидку, ну, я не знаю, там, ну, на товар пусть будет скидка. Это такая, наверное, самая распространенная скидочка. Запускается мастер небольшой, которым нужно написать название скидки. Ну, пусть будет эта скидка. На чем мы там? На штаны. Мы штаны смотрели. Давайте скинем. Мы 60% накрутили. Теперь давайте попробуем сделать небольшую скидочку. Пусть будет тоже 60%. Нужно добавить либо товары. Можно выбирать либо конкретные разделы. Так как я не хочу выбирать долго, то есть я возьму целый раздел. Где наши штаники? Вот наши штаники. Все, я выбрал штаны. Следующий шаг. Для каких пользователей будет применяться скидка? Выбираем всех. Нам сейчас это не важно. Если вы группируете пользователей по группам, вы можете задать определенные группы, для которых будет скидочка действовать. Все. Скидка готова. То есть мне не потребовалось заходить в скидку, делать какие-то изменения. Сейчас поторопился немножко. Делать какие-то изменения, создавать скидку по каким-то там сложным правилам. То есть если бы я делал условия, то мне приходилось бы вот в виде каких-то вот таких вот настроечек заходить, что-то устанавливать. Мастер меня прогнал фактически по 4 шагам из них, которые 2 это просто описательные шаги. И все, у меня создалась скидочка. Давайте посмотрим, произошла ли скидка. Сбросим кэш в рамках каталога. Все, вот наши 60%. То есть вот фактически в 2-3 клика я сделал скидочку и быстренько установил какую-то скидку на свой каталог. Когда вы открываете скидку на редактирование, если вы не делали никаких глобальных изменений в скидке, то эта скидка открывается в рамках мастера пресетов. То есть вы можете быстренько поправить скидку, пройдя те же самые шаги мастера. То есть нам, например, необходимо на штаны сделать скидочку, например, там, добавив еще какой-то раздел, то нам достаточно просто взять, например, там, обувь. Все, скидочка, вы видите, уже выбрана, то есть я ничего не меняю. Все, скидки у меня сделаны, теоретически. Где наша обувь? Вот наша обувь.
у меня должна быть скидка на обувь. Все, я на обувь вижу тоже 60%. То есть пресеты дадут вам возможность быстренько управлять скидками и быстренько назначать эти скидки. Хотя большую навороченную форму тоже никто не убирает. Она да. есть для тех, кому нужна реально большая гибкость. Да, это вы видели, что я, в принципе, в правилах с корзиной мог также стандартным способом, как и раньше, задавать действия, задавать ограничения, купоны, то есть использовать нашу стандартную форму, где есть все-все-все-все-все условия, есть все возможности, которые раньше были. Единственное, что теперь скидки объединены, и все настройки делаются в рамках вот общей формы. То есть мы оставили механизм и такой, и сделали ему немножко удобным. Так, продолжим. Административная часть. Сценарий кастомизации. Мы здесь не будем подробно останавливаться и рассказывать о системе управления заказами. Мы о ней уже рассказывали как раз с Алексеем, показывали, как это все работает. Мы немножко напомним о том, ради чего мы вообще делали эту форму и ради чего мы делали изменения. Очень много было запросов от разработчиков, которые просили нас дать возможность гибко вмешиваться в эту форму, приносить в нее какие-то изменения или какие-то дополнения, которые давали возможность бы добавлять в эту форму какие-то ваши данные. Требовалось как бы встроить в форму разделы, дополнительные табики и так далее. Теперь в новых формах эта возможность появилась, мы можем делать в ней изменения, и сейчас мы посмотрим, какие изменения самые основные можно будет в ней делать. И самое главное, что требовалось сделать, это делать кастомизацию без потери обновлений. Раньше, чтобы сделать кастомизацию, при накатке каких-то обновлений, кастомизация могла быть затерта. Соответственно, те партнеры, те разработчики, которые делали кастомизацию в рамках вашего магазина, они фактически были вынуждены просить вас не делать никаких каких-либо таких изменений, не делать накатывание новых обновлений. То есть фактически заставляли вас оставаться в старых каких-то обновлениях и не получать какие-то новые нововведения. Теперь это исправлено и можно двигаться со всеми изменениями. Первое и самое такое интересное нововведение, которое появилось в плане кастомизации форм, это пользовательские закладки. Вы можете создать свой таб. Мы на партнерской конференции, которая проходила летом, мы рассказывали, как это сделать подробно. Леша приводил примеры кода. И вы можете, в принципе, если кому интересно, мы не будем в рамках нашего вебинара рассказывать, как это программировать и как это изменять. Леша немножко кратко просто расскажет в общих чертах. Вы можете скачать нашу презентацию подробную, где мы рассказывали про кастомизацию форм. И там вплоть до приведенных примеров кода, как это делать. Да, схема, в общем-то, довольно известная тем разработчикам, которые уже давно с Битриксом. Добавление кастомных закладок в админской части. Примерно по этой схеме на событиях на основе событийной модели построено добавление. Вы подвешиваетесь на события, создаете вкладочку и можете полностью управлять и показывать там все, что вы хотите, и на сохранение эти данные сохранять так, как вам это нужно. Отлично. Вторая возможность, которая появилась в кастомизации, это кастомизация информационной панели. Насколько я понимаю, можно добавить туда любое поле, которое вы хотите из профиля. Да, вы можете вывести в эту панель любые данные, которые вам необходимы в дополнение к нашим стандартным данным. Если у вас работа строится каким-то специфическим образом, и вам важно знать, например, адрес доставки сразу, мгновенно, да, не листая форму вниз, вы можете, например, вывести его на эту панель. Или еще любые другие данные, там купоны какие-нибудь, или информацию о клиенте, или еще что-нибудь, то, что вам нужно. Ну, это, наверное, выгодно, наверное, оптовым магазинам, когда нужно вывести там средний чек этого клиента, вывести его накопленные цифры, сколько он делал всего суммарно покупок, чтобы, например, сдать ему какую-то персональную скидочку. Третья возможность, которая появилась, это, наверное, самая такая интересная возможность, это возможность вывести полностью пользовательский блок. Наши блоки умеют перемещаться, то есть вы можете менять местами блоки, ставить его первым, последним, там в середину и так далее. Появилась возможность добавлять такой пользовательский блок, в который вы можете вывести любую информацию. Это, например, может быть информация по реальным остаткам с ваших складов. Это может быть информация по там, каким-то рекламным акциям, которые проводятся в рамках вашего магазина. То есть вы можете хоть что вывести в такой вот пользовательский блочок. Да, опять же, на событийной модели вы подвешиваетесь на события, вводите этот блок и получаете полную функциональную возможность. Такой же блок получается, как и наши стандартные блоки. Вы можете его потом таскать, вы можете его сворачивать, разворачивать.
и вводить там любую информацию и влиять после этого на сохранение этой информации, когда пользователь нажимает на кнопочку «Сохранить». Отлично. Теперь форма стала впечатляюще гибкой, как написано на скриншотике. Вы получили полный набор инструментов и возможностей кастомизации. Если вам требуется в вашем магазине вывести какую-то дополнительную информацию, вы можете обращаться к нашим партнерам, подсказать им, что есть такая возможность, если вдруг они это не знают, подсказать им, что они могут найти нашу презентацию с летней партнерской конференции и помочь вам в кастомизации. Кто делает свою собственную разработку, вы тоже можете поднять ее и почитать, и сделать что-то внутри. Впечатляйте своих клиентов возможностями нашей новой e-commerce-платформы. Автоматизация интернет-продаж. Автоматизация, в принципе, была в нашей платформе и ранее, то есть до последних изменений, до новой e-commerce-платформы, но она была достаточно упрощенной. Вы могли выбирать какие-то простые действия, например, при поступлении оплаты вы могли изменять флаг отгрузки, например, то есть вводить разрешение на отгрузку. Или изменить какой-то статус. Гибкости было достаточно ограниченное число возможностей, которые можно было сделать. Теперь же мы, разделив заказы на несколько элементов, дали возможность делать достаточно большой список действий в рамках автоматизации. В рамках оплаты вы можете после подтверждения, например, частичной оплаты сделать, какое-то изменение в рамках... В рамках, например, какого-то другого документа. Вы можете вводить какие-то зависимости доставки от поступления оплаты. Предположим, поступила частичная платеж, вы сделали какую-то неполную, например, отгрузку, а частичную. Или просто разрешили менеджеру начать сборку этого заказа, но не отгрузку. То есть пока нет полной оплаты, клиент сделал предоплату, вы дали задание на склад, подготовить ему, зарезервировать товар, сделать либо какие-то изменения. Те же самые действия можно производить с доставки. На разрешение доставки можно, например, разрешить частичную отгрузку. На разрешение доставки сделать полную отгрузку. То есть, если у вас магазин полностью автоматизированный, вы можете, например, на оплату сделать полную отгрузку заказа в автоматическом виде. Можно производить любые действия, связанные со статусами, как основного документа заказа, так и документов реализации и документа оплаты. Да, мы связали все управляющие флажки заказов, отгрузок и оплат и статусы опциями, с помощью которых можно при выставлении любого флажка выставлять любой другой флажок. Причем можно строить цепочки из этого. То есть при оплате выставить разрешение отгрузки, при разрешении отгрузки сделать саму отгрузку. То есть у вас сразу при оплате будет разрешена и отгружена. И отгружен товар, который был в заказе. Где найти автоматизацию? Автоматизация находится в глобальных настройках интернет-магазина на вкладочке «Автоматизация процесса». Давайте посмотрим, наверное, вручную, вживую, как это, где это находится. Вот у нас есть магазин, я в административном разделе, можно вызвать через настройки верхнего меню. Находим здесь интернет-магазин, он у меня сразу выбран, так как я вызывал настройку в рамках интернет-магазина, мы сразу подставляем тот раздел, в рамках которого вы вызываете. И вот у нас есть вкладочка «Автоматизация». Она у меня была показана на скриншоте, вот можно ее посмотреть вживую, где она находится. Вот. Давайте будем двигаться дальше. Может быть, поотвечаем на какие-то вопросы перед процедурой оформления заказов? Потому что мы, в принципе, уже три раздела прошли небольших. Да, давайте попробуем поотвечать. Расскажите, зачем в заказе есть ответственный? Ну, тут, наверное, ближе к холдингу об этом расскажем поподробнее. Там больше это поле нужно. Так, тип цен будет в условиях задания скидок. Да, если у вас есть несколько видов типов цен, вы можете выбирать, для какого типа цены вы делаете скидочку. Так, вот Родион волнуется по поводу работы конвертации при большом количестве скидок. Более 3000 скидок. Предварительные тесты показывают, что это будет очень быстро, но перед выпуском мы сделаем нагрузочные тесты на очень большом количестве, то есть порядка 60 тысяч, и будем оптимизировать работу и в этом направлении. Но на таких объемах, как 3000, конвертация проходит очень быстро. Точные цифры я вам сейчас не скажу, но перед выпуском мы в любом случае будем нагрузочные тесты проводить. Обновление все равно выйдет предварительно в альфа-версии, то есть оно будет доступно пока только партнерам. Это обновление как раз заканчивает цикл тестирования в нашем отделе качества. И когда мы его будем выпускать, мы выпустим сначала на партнеров, чтобы они проверили,
Вы можете сделать, например, развернуть копию вашего магазина с большим объемом скидок локально на локальном компьютере и запустить конвертатор, чтобы посмотреть, что скидки действительно отрабатывают там нормально на вашем огромном каталоге. Да, тем самым мы ответили на вопрос Александра по поводу обновления. Это сейчас готовится к выпуску, оно пока еще не выпущено, и выйдет сначала в альфа-версии, потом перейдет в бету, и потом, наконец, стабильный, потому что изменения действительно большие, и выпускать сразу стабильными их страшно. Ну, не страшно, нужно потестировать. Да, всегда нужно какое-то тестирование в большем объеме, чем у нас отдел тестирования делает, потому что у каждого клиента есть своя специфика, свои нюансы работы, и... Не дай бог, что-то не учтем, чтобы учесть все сначала в альфе, потом в бете, а потом же в стабильной. Так, сохранится ли API по скидкам? Основной API будет сохранен, то есть вызвать расчет скидок можно будет теми же самыми API методами, но какие-то более низкоуровневые API, конечно, могут перестать работать, но тут нужно конкретно API обсуждать, да, определенные API-методы, они будут продолжать работать на каталожных скидках и на магазинных скидках, то есть если вы перейдете на магазинные скидки, просто API будет работать не на тех скидках, на которые вы будете использовать в публичной части сайта. Поэтому если вы пользуетесь низкоуровневым API, надо будет отдельно, то есть у нас будет статья, мы отдельно опишем конкретно, что будет работать, что не будет работать, что будет работать частично, допустим. И вам нужно будет проверить, что именно вы используете. Но высокоуровневый API, он будет продолжать работать. Так, ну, наверное, можно продолжать. Угу, давай. Да, тут про онлайн-чаты и прочие еще вопросы есть, но к этому, оно, наверное, немножко потом к нашему вебинару не относится. Мы, кстати, можем показать новый раздел. Я специально накатил сегодня с разработчиками этот разделчик. Можно вот посмотреть. Еще вопрос про фильтрацию купонов. Да, мы оптимизировали работу с купонами, теперь она будет гораздо быстрее по скорости. И с фильтрацией, если вдруг нет, то это не проблема, сделаем. Да, напишите тогда тикет, попросите, например, в тикете указать, ну, как бы в следящем Алексея Кирсанова, либо меня, и мы посмотрим, что у вас не так с фильтрацией будет происходить. Так, вот еще появились новые вопросы. Так, что по условиям, вопрос короткий, не совсем понятно. Синхронизация скидок с 1С будет ли? Да, мы пытаемся сделать синхронизацию скидок с 1С уже, наверное, последние два релиза. Самая большая проблема, что скидки в 1С достаточно упрощенные, и фактически синхронизацию можно сделать только в одну сторону. Синхронизацию можно сделать, например, скидки 1С продублировать в рамках магазина. Наоборот, сделать невозможно, потому что наши правила никак не ложатся на многие правила 1С. Там все-таки все сделано достаточно просто, потому что там предполагалась работа только как бы в рамках какой-то такой B2B модели, чем сразу, что клиент видит какие-то скидки. Мы будем пытаться их завершить. Я думаю, в течение текущего релиза, наверное, есть какой-то шанс попытаться Постараемся. Постараемся в этот релиз добить эту задачу. Она не такая простая, как кажется, потому что на самом деле вот области наших скидок и 1С скидок у нас шире, но не полностью покрывают 1С, а 1С совершенно не покрывает нашу область. Поэтому нам нужно будет компромисс какие-то находить, но мы работаем в этом направлении и постараемся в течение этого релиза какие-то уже решения выпустить. Да, про перекрывание скидок, то, что говорит Леша, это, например, скидки в 1С, которые отвечают за карточки лояльности. То есть у нас нет в системе карт лояльности, потому что клиент не приходит как бы внутрь магазина и не прокатывает карту, не дают карту на какому-то сотруднику магазина. Соответственно, не все скидки можно будет нормально передавать. Ну, давайте вернемся. Последний вопрос. Вот Дмитрий спрашивает про условия скидок. Реально внутри, даже внутри пресетов используют те же самые условия скидок, просто они скрыты от вас, а более упрощенные формы на экране, так, чтобы менеджерам было легко задавать, даже тем менеджерам, которые, может быть, им тяжело будет задать сложные условия, а в рамках пресетов они легко будут управлять. Но реально внутри, на самом деле, те же самые условия, несколько оптимизированные, но те же самые условия и та же самая гибкость. Ну, самое главное, они, эти условия, выбраны корректно, чтобы скидка была оптимальная. То есть мы старались так подбирать условия, чтобы на больших объемах скидок, а скидок, я как говорил, уже может быть 60-70 тысяч, мы вживую видели такие магазины, на которых есть такой объем скидок, чтобы они оптимально отрабатывали и быстрее отрабатывали. Ну вот,
Дмитрий, вижу, по комментариям обрадовался. Значит, все хорошо. Отлично. Итак, возвращаемся к нашей презентации, нашему вебинарчику. Процедура оформления заказа D7. На скриншоте вы увидите старую схему оформления заказа. Она была одностраничной, она была достаточно длинной. Магазин менялся, технологии менялись, требования клиентов менялись. Фактически одностраничное оформление заказов, оно изжило себя в больших магазинах, в средних магазинах или в магазинах тех, которым не нужно сделать прям мгновенное оформление заказов. То есть вот новая схема управления заказами хорошо ляжет для всех магазинов, кроме магазинов, например, там, я не знаю, аналога пиццы, где весь заказ сводится к заполнению 2-3 полей, выбору вашего фамилии, там, вашего телефона, адреса и времени доставки, и все. То есть вы не выбираете там ни способы доставки как таковые, потому что почти всегда это доставка курьерская. Вы не выбираете там какие-то сложные способы оплаты, они обычно там представлены сразу. То есть вот если магазин у вас немножко сложнее, то новая система оформления заказов как раз ляжет под ваш магазин. Что дали вообще изменения и для чего мы переводили на новую систему? Во-первых, мы перешли на новую e-commerce-платформу и, соответственно, появились нововведения, которые требовали глобального изменения самой процедуры оформления заказов. У нас появились зависимости оплаты от доставок, у нас появилась возможность делать зависимости полей при выводе этих полей в зависимости от выбранной доставки и оплаты. У нас появилась возможность автозаполнения делать каких-то полей, каких-то данных в рамках вашего магазина. Вот ради этого мы перешли на новую систему управления как бы заказами. Она была полностью реконструирована, стала более динамичной, более такой красивой. Ну и она была протестирована на АБ-тестировании, которое показало, что она увеличивает конверсию. Сейчас немножко об этом лучше поговорим. Давайте вообще поговорим, что такое АБ-тестирование. АБ-тестирование – это маркетинговый метод, который дает возможность показать, ну, например, половине ваших клиентов какую-то страничку со старым оформлением заказов и половине клиентам показать страничку с новым оформлением заказов. Эксперимент мы проводили на нескольких магазинах. Один из таких магазинов был магазин моей супруги. Мы на нем делали эксперимент. У супруги прекрасная аудитория для экспериментов. Это женская аудитория. Это вообще клиенты, не айтишники. То есть это те люди, которые далеки вообще от IT. Им достаточно сложно делать оформление каких-то сложных процедур. И мы смотрели, как поведение изменится клиентов в рамках вот такой вот аудитории. Аудитория просто прекрасная для экспериментов. Проводили АБ-тестирование, оно проводилось во множестве этапов. Мы, проводя какой-то тест, сразу же делали изменения в рамках компонентов. Разработчик поставил Лёша очень хорошего на эту разработку. И мы гибко меняли, сразу делали изменения, если АБ-тест показывал плохую конверсию. А на самом деле на первых этапах, как ни странно, конверсия упала. Потому что все-таки старое оформление заказов, оно почти год доводилось до ума, и оно получилось лучше, чем новое сразу вот с первых дней своей жизни. Вот такие вот результаты конверсии получились на финальной версии компонента, когда мы его уже выпускали в бета-версии клиента. То есть старый компонент давал 0,9% конверсии, новая конверсия это 1,2%. Вроде бы цифра небольшая, но если поэкспериментировать на калькуляторе, то в принципе изменение в 0,3% конверсии дает достаточно ощутимый прирост по деньгам. Он в рамках моей супруги, например, это около 60 тысяч рублей, а это уже достаточно большие цифры. Оформление заказов стало полностью адаптивным, оно прекрасно выглядит на мобильном устройстве, оно тестировалось на мобильном устройстве, и оно неплохо выглядит в рамках нашего нового магазина. Что нового появилось в системе оформления заказов? Она стала работать, система оплаты и доставки стала зависеть от региона. То есть при выборе региона вы можете подставить какую-то определенную систему доставки или систему оплаты. Мы это вживую сейчас посмотрим на магазине. Вы можете запрашивать у клиента только необходимую информацию. Это тоже можно будет посмотреть вживую. При выборе, например, самовывоза мы спрашиваем у клиента только минимум информации, потому что он заберет и заедет сам свой заказ. Нам, соответственно, нужна фамилия, телефон, ну, может быть, опционально еще и email. Если он выбирает доставку почтой России, то, соответственно, нам потребуется больше информации, нам потребуется адрес клиента, потребуется его индекс, отчество и так далее. То есть вы можете регламентировать теперь те вопросы, которые будут уходить клиентам, чтобы увеличить конверсию и не заставлять его заполнять вашу стандартную анкету, которая может быть достаточно большой.
Система стала поддерживать огромное, вернее, неограниченное количество точек самовывоза. Раньше мы показывали точки самовывоза в виде небольшого поп-апа. И московские магазины или огромные магазины, у которых очень много городов доставки, жаловались на то, что невозможно найти, например, там в списке из 2000 доставок, найти какую-то точку самовывоза, которая находится там, на 15-м там, пролистывании страницы. Кроме того, что мы поддерживаем теперь более удобный выбор точек самовывоза, появилась возможность включить автоматику геолокации. То есть система видит, где вы находитесь. Если вы находитесь у себя дома, например, система проверяет, что вы находитесь в этом районе и подсказывает вам ближайшие точки самовывоза вот в рамках вашего района. Если магазин хорошо перекрывает весь город, если у него очень много точек самовывоза, то мы покажем ближайшие к конкретному городу. И клиенту будет удобно забирать заказ. То есть ему не нужно будет даже искать, выбирать, система сама ему подскажет. В профиле покупателя появилась карта. И появилась самая интересная возможность. Инициатором вообще такой возможности был Алексей. Очень хорошая возможность. Появилась возможность указать на карте, где находится ваш дом. Предположим, нет еще адреса, нет адреса в навигаторе, чтобы ваш, ну, скажем так, сотрудник магазина, который будет делать доставку, знал точно, куда нужно приехать. Вы можете поставить на карте точку. Эта точка будет передана в виде геолокации внутрь вашего заказа. Соответственно, тот курьер, который поедет, он может в навигатор забить не адрес, которого в нем нет, а может забить геолокационную точку, и его навигатор выведет на эту точку, как на нее доехать. Прекрасная возможность оформления заказа. Теперь система может пересчитывать заказ множество раз. Что это такое? Раньше, если вы выбирали оплату, вернее доставку, то вы могли выбирать опции только один раз. Если в доставке было, например, там, обрешетка, бьющийся товар или еще какие-то вещи, то выбирая вот эти вот галочки, пересчет происходил только один раз. Мы показывали конкретную цену, и дальше цена не изменялась. Магазины, которые зависят от этих опций, а там цена сильно может отличаться в сторону увеличения, если вы выбираете какие-то дополнительные опции, жаловались на то, что невозможно клиенту дать возможность играться с этими опциями. Теперь система гибкая, и вот эти выбор вот этих опций, он позволяет пересчитывать заказ хоть сколько раз. Вы поставили обрешетку, вам добавили там плюс 300 рублей. Вы доставили бьющийся товар, этикетки, вам добавили еще там 200 рублей. Клиент такой, не, дороговато, убрал какую-то опцию. То есть вы можете теперь играться опциями, и система пересчитывает под опции вашу стоимость там, доставки, оплаты и так далее. Система имеет возможность показывать дополнительные услуги. Это тоже интересная возможность. Это когда вы видеть могли в крупных магазинах, когда вам предлагают сделать, например, гравировку на каком-то элементе или упаковать в красивую коробочку, или там приедет у вас непростой курьер, если это, например, детский магазин, который доставляет какие-то детские товары, а приедет какая-нибудь ростовая кукла, которая там станцует, спляшет вашему ребенку и так далее. Это могут быть дополнительные услуги, которые могут отдельно тарифицироваться, и клиент может их выбирать, соответственно, вы будете увеличивать свой средний чек. Ну и самая интересная возможность, которая, наверное, мне больше всего нравится, это нравится тем магазинам, у которых есть повторяемость заказов, это автозаполнение при повторном заказе. Причем клиенту даже не обязательно, насколько я понимаю, авторизовываться. Правильно? Мы запоминаем его в рамках куки. И, соответственно, клиент, заново войдя в ваш магазин, автоматом предзаполнит. Никто не любит запоминать пароли, логины и так далее, но мы сможем вам заполнить заказ, даже если он не авторизован. То есть, фактически, если клиент уже заказывал у вас, у него будет полностью заполненная форма, ему будет достаточно нажать просто кнопочку «Заказать», и уйдет заказ с такими же настройками, как был предыдущий у него последний заказ, предпоследний уже. Либо клиент может нажать кнопочку «Изменения» и подправить какие-то элементы. Например, у него нужна другая доставка. Раньше он заказывал курьером, а сейчас он хочет, например, не курьером, а там доставку Почты России. Он может изменить конкретный элемент, и заказ будет сохранен уже с новым элементом. Самое главное, остальные поля ему заполнять не потребуется. На экране видно разработчика, который делал этот компонент. И у нас новая парадигма в рамках этого компонента, которую мы хотели донести до наших клиентов, что не пытайтесь кастомизировать компонент оформления заказов. Он достаточно сложный, платформа постоянно изменяется, мы привносим изменения в рамках этого компонента. Если вы используете базовый компонент, то вы получите все нововведения, вам не нужно будет тратить лишние деньги. Не всегда разработчики смогут выполнить такой пласт работы, который проделала компания, выпуская этот компонент. Мы фактически этот компонент выпускали, наверное, более полугода, да? Он достаточно долго и упорно трудились над ним, много сделано было работы, были проведены тесты. И старайтесь использовать наш базовый компонент.
Ну, давайте посмотрим, как это выглядит вживую. Вживую, ну, я предлагаю, наверное, посмотреть не на демо-магазине. На демо-магазине не очень интересно смотреть. Давайте посмотрим на реально работающем. На реальном магазине. Да, на реально работающем сайте. Да, а вот слайд про то, что кастомизировать не надо, мы собираемся расширять. В следующей презентации у нас будет про компоненты каталога, которые не надо кастомизировать, и так далее, и тому подобное. Ну вот, в рамках как раз этого сайта, вот как раз то, что говорит Леша, это живой пример. У меня полностью другой шаблон, то есть на этом сайте, вот на который я зашел, где я хочу показать. Но компоненты я использую, стараюсь ключевые компоненты использовать штатные, те, которые предоставляет Bittrex. Все, я перешел в корзину, я выбрал два товара, и вот я попал на наш компонент оформления заказа. Какие у него есть плюсы или преимущества перед остальными компонентами? Во-первых, мы не пугаем клиента какими-то дополнительными настройками или там выбором. То есть мы в сжатом виде показали только ту информацию, которую клиент выбрал. Вообще мы хотим довести до ума этот компонент, чтобы мы отказались от корзины, чтобы все действия в рамках корзины выполнялись в рамках этого компонента. Я очень надеюсь, что мы в рамках нового релиза это доделаем. Я, наверное, буду первый, кто откажется от корзины. Потому что я считаю, что вот этот шаг, который сейчас я делал, он излишний в рамках магазина. То есть мы здесь показываем ту же информацию о товаре, у нас есть возможность ввести купон. Зачем нам показывать лишний шаг, который, в принципе, клиенту не нужен? Все, я выбираю регион доставки. Вот как раз давайте посмотрим, как зависят способы доставки от выбранного региона. В данном случае давайте попробуем взять Калининград. Вы обратите внимание, что вверху можно сделать какие-то пресетные регионы, и клиенты смогут очень быстро выбирать конкретный регион. То есть я могу выбрать Зеленоградск, Светлогорск, Калининград. Это те регионы, которые, наверное, самые популярные в рамках этого магазина. Возьмем Калининград, чтобы посмотреть, как, что будет происходить. Вы можете поставить по сортировке нужную для вас и самую актуальную для вас платежную систему. В данном случае для этого магазина очень часто система является наличной, и, соответственно, она выбралась. Но вы можете выбрать какую-то другую систему. Появилась более красочная картинка данной системы. Обратите внимание, что картинки качественные, они поставляются в комплекте, они немножко будут отличаться, здесь изменены. Но в базовой поставке компоненты картинок, они рассчитаны на ретину. Вообще компонент стал поддерживать мобильные устройства, и вот эти огромные экраны, которые ретиновские, и которые есть на айфонах, и которые есть на андроидах, разрешение где очень большое, мы сделали картинки очень качественно, они красиво выглядят на вот этих вот устройствах. И вот теперь доставка. То есть при выборе Калининграда данная система позволяет выбрать два вида доставок. Это может быть самовывоз или доставка курьером. Доставка курьером, причем по Калининградской области выбрана. Давайте посмотрим, если я изменю регион доставки на Зеленоградск. Вот я изменил Зеленоградск, у нас выставился Зеленоградск. И у нас подставились другие службы доставки. То есть пункт выдачи заказов остался тот же самый, а вот доставка курьером изменилась на Зеленоградск. То есть вы можете выбирать выводить те системы доставки или те системы оплаты, которые необходимы именно при выборе конкретного региона или выборе конкретного города и так далее. Описание дополнительно дает возможность вам более подробно рассказывать, что это такое, подсказывать, в какое время он работает и так далее. Изменение с пунктом выдачи заказов. По умолчанию мы сворачиваем этот пункт в автоматическом режиме, если для Калининграда пункт выдачи заказов всего один. Если пунктов выдачи заказа несколько, мы показываем карту. Мы показываем в рамках карты, где находится этот пункт выдачи заказов. Вы можете выдавать вот такое вот расширенное описание на этом пункте выдачи заказов. То есть вы можете подсказывать клиентам, где вы находитесь. Вы можете показывать картиночку, какое-то дополнительное описание. И клиент может выбрать из вашего списка какую-то конкретно определенную там, службу доставки. Вот если вы обратите внимание, я не заполнял еще ничего, я не авторизован на сайте, но система знает, что я уже делал заказ. Я специально перед тем, как вам показывать, сделал заказ в рамках магазина тестовый. И она заполнила мне в автоматическом режиме мой телефон, мой email и так далее. То есть мне ничего не нужно заполнять, система заполнила. Очень полезная штука для магазинов, у которых очень высокая повторяемость заказов. То есть клиентам очень приятно, что вы оформляете заказ. Вот так вот выглядит система оформления заказов. Те как бы промежуточные этапы, которые вы проходите, когда вы нажимаете кнопочку «Далее», она показывает вот в таком зеленом виде, она их сворачивает и в сжатом виде показывает клиенту, что он выбрал. То есть мы видим, что я выбирал Зеленоградск, что я выбрал банковскую карточку, что я выбрал пункт заказов
я выбрал конкретный пункт заказов, и мы здесь выводим телефон этого пункта, адрес этого пункта. То есть клиент, даже дойдя до конца, если он что-то все-таки забыл, он может без проблем посмотреть, почитать информацию. Если требуется что-то изменить, то он может зайти и сделать какое-то там изменение в рамках компонента. И нажать кнопочку «Далее». Вот такая вот штука. Вот, кстати, изменение как раз и с адресом связано. Если вы обратили внимание, что мы, когда выбирали самовывоз, у меня не спрашивали адрес. Сейчас я изменил на Зеленоградский, выбрал доставку курьером. То есть, соответственно, курьеру требуется адрес. И вот появилось поле адреса, которое показывает вот адрес, что нужно заполнить. Ну, предположим, там выбрали какой-то адрес. То есть, система сразу же вам выводит те поля, которые требуются в зависимости от способа доставки. Ну, давайте, чтобы точно увидеть, как это работает, изменим еще раз. Видите, мы видим адрес, выбрана курьерская доставка. Я убираю курьерку, делаю самовывоз. Соответственно, нам не требуется спрашивать у клиента адрес. И поле адреса исчезло. Вот так вот работает наш новый компонент оформления заказа. Если есть вопросы, давай. Да, у нас целый блок вопросов появился. Прекрасно. Так, вот очень большой вопрос от Дмитрия. Сколько нужно времени, чтобы все это настроить? Но тут же все зависит от того, что именно вам нужно. Если вам стандартный более-менее функционал устраивает, то он уже преднастроенный идет в дистрибутиве. А если вам нужны индивидуальные настройки, какие-то более-менее кастомные, то их нужно сделать, поэтому оценить время. Вам по-любому придется делать эти настройки. Если вы захотите делать различные города, делать зависимости, это все равно придется один раз настроить. Но оно достаточно легко шаблонно настраивается, там нет никаких каких-то сложных моментов. Но вот этот компонент в полную по всем городам Калининградской области, у нас там около, ну, 50, да, городков таких более-менее крупных. Ну, где-то, ну, в районе 50. Если с крупными 50, поселками, то где-то 50 в этом городков. Будет, да. Вот вся настройка этой штуки заняла около двух там вечеров по 2-3 часа. Ну, с тем условием, что я достаточно хорошо владею, как работает компонент, у меня немножко времени меньше это заняло. Если вы делаете это первый раз, это для вас будет немножко сложнее. Но, в принципе, там ничего сложного нет. Есть достаточно подробная статья, где это рассказывалось, как настраивать этот компонент. Ее можно найти на нашем сайте на dev.1sbitrix.ru, в блогах можно найти статью, которую мы писали вместе с Орландо. Можно почитать, как все это делается. Так, вот спрашивают про изменение цветов в компоненте оформления заказа. Если им под сайт, нужно настроить свои собственные цвета. Но вообще система поддерживает штатно те цвета, которые заданы. У нас в компоненте есть такая выпадающая плашечка, в которой можно выбрать стандартные наши настройки. Там есть желтый, красный, синий, темный, светлый цвет. То есть у нас есть базовые там 5-6 цветов, которые мы задаем. Вот в рамках этого сайта, так как сайт выполнен в стилистике красного цвета, то есть все кнопочки красные, и в моменте выбора товара, то есть вот здесь вот красненькие кнопочки, то система поддерживает и здесь красный цвет. То есть вот у меня вот здесь вот кнопочки красные. То есть мы можем задавать какой-то определенный цвет, и кнопочки будут выводить. В принципе, в настройках компонента есть возможность задать изменения любых цветов, любых названий. То есть вы можете поменять в рамках настройки компонента любое название любого раздела. Вот у меня, кстати, не штатные названия, я немножко себе изменил после того, как вышел компонент. У меня немножко по-другому называются некоторые пункты. Вы можете изменить название кнопок. Вы можете изменить вообще, в принципе, в компоненте все без кастомизации. То есть вы входите в настройку компонента. Ну, давайте вживую, наверное, посмотрим, как это работает. Да, то есть вы это делаете без потери совместимости и без программирования. Да, без программирования. Я авторизуюсь сейчас на сайте. Все, вот мы вошли в административный режим. Сейчас компонент обновится. Давайте зайдем в режим редактирования компонента. Вот штатные настройки этого компонента. В самом низу вот есть фразы. Вы можете задать свои какие-то фразы полностью в рамках компонента. Есть дополнительные фразы, стандартные фразы. Вы можете устанавливать. Вот, ну, фактически можно повлиять на все, наверное, в рамках этого компонента. Вы можете устанавливать там картинки, в каком виде, где берутся, как устанавливаются, изменять внешний вид, пути какие-то, выбирать свойства, какие нужно показывать и так далее. То есть компонент достаточно гибко кастомизируется. Вот то, что цвета я вам говорил, вот выпадашка, вот у меня выбран красный цвет. 4 здесь всего штатно поставляется.
Странно, почему не добавили? У нас 5 или 6 стандартных, надо будет посмотреть. Ну вот можно задать синюю, зеленую, красную и желтую в рамках компонента. У меня выбрана красная. Можно задавать какие-то параметры, можно там кнопки убирать, добавлять, что-то делать. То есть компонент стал достаточно гибкий. Вы можете очень гибко на него влиять, и все это можно сделать без кастомизации компонента, без изменения в коде компонента. Соответственно, вы можете, в принципе, ну, все основное, что обычно требуется в этом компоненте сделать, вы можете сделать без программирования. Соответственно, вы не потеряете какие-то нововведения, какие-то обновления, и у вас компонент будет постоянно свеженький, постоянно полностью боевой готовности, и вы сможете быстренько его делать. Вот, кстати, я авторизовался на сайте, и система сразу мне подсказывает, что вы заказывали в нашем интернет-магазине, поэтому мы запомнили все данные автоматически и заполнили их по последнему заказу. То есть мне выбрали другую схему, другие какие-то данные, вот изменились фамилии именно людей, которые заказы делали и так далее. То есть система после авторизации предзаполнила все данные. Это тоже одно из интересных таких нововведений, которые есть в рамках этого компонента. Так, вот Михаил спрашивает, что делать, если нужно достаточно сильно изменить компонент, то есть сильнее, чем это можно сделать настройками. Смотрите, опять же, есть возможности для этого. Во-первых, никто не отменял систему событий. Компонент на очень многие действия выкидывает события, и вы можете, подвесившись на это событие, как-то поменять поведение компонента. Это во-первых. Во-вторых, это компонент сейчас в стиле ООП написан. Соответственно, вы можете отнаследовать свой новый компонент от базового компонента, и тогда при обновлении базового компонента нашего стандартного вы будете получать, ну, смотря как вы отнаследуете, да, смотря какие вы методы перекроете, но в целом, если сделаете аккуратно, то многие нововведения вы будете получать. Ну и плюс никто не отменял кастомизацию шаблона, то есть, да, если нужно, можно свой шаблон, но это как стандарт для компонентов сделать. Если вам уже нужна более серьезная кастомизация, то есть полное изменение, но это уже получается другой компонент. Теперь есть блок вопросов, несколько связанных вопросов. Одни наши коллеги просят, чтобы в компоненте оформления заказов сразу были все табы развернуты, а другие просят, чтобы можно было табы сделать реальной по страничкой мастером, то есть на разных страницах. Имеет ли смысл? Что именно? Одни просят, чтобы все табы сразу были развернуты при оформлении заказа, а другие просят, чтобы они были реально разными страницами, а вот то есть, чтобы мастеры по страничке. Штуку, что не свернуты, мы, кстати, тестировали на АБ-тесте. Мы, когда выпустили первый раз компонент, мы выпустили компонент в развернутом виде. И вот развернутый вид компонента, когда мы все показывали в развернутом виде, вот у меня как сделано на скриншоте, то есть у меня здесь развернуты все элементы, не все, кстати, три последние секции закрыты. АБ-тест показал, что происходит ухудшение конверсии. То есть при развернутом виде это, наверное, пугает клиентов. И показал АБ-тест, что это ухудшает конверсию. Мы после этого сделали в свернутом виде. Кстати, в свернутом виде вы можете видеть такой же компонент, схожий у грандов, у огромных магазинов. Похожий компонент используют, например, МВидео. Очень сильно похожий компонент. Мы были очень удивлены, что прям сильно попали. Нам сказал клиент, когда мы выпустили в бета-версии этот компонент, нам клиент говорит: о, вы сделали компонент, как на сайте Apple. Действительно, зайдя на сайт Apple, мы увидели, что компонент очень сильно похож визуально. Он использует похожие паттерны поведения. Мы тоже показываем, как и они в свернутом виде все данные. Мы также идем по шагам. Немножко изменена у них схема развертывания этих шагов. Немножко добавлено дополнительное описание на шагах. У нас нет некоторых моментов. Но в целом у таких достаточно именитых магазинов сделаны похожие схемы работы с компонентом. Вы можете всегда произвести самостоятельно АБ-тест и посмотреть, насколько компонент подходит именно вам. В рамках нашего продукта есть платформа АБ-тестирования, она очень простая. Вы можете перенести старый компонент в свое пространство имен. Это любой разработчик подскажет вам, как правильно сделать. Сделать две странички оформления заказов и на АБ-тесте подсовывать либо одну, либо вторую страничку. И посмотреть, насколько какой компонент эффективно отрабатывает именно в рамках вашего магазина. Потому что все-таки специфика магазина накладывает достаточно большие ограничения. Мы, говорю, вот делали проверку, например, на магазине пиццы. Такой большой компонент очень сильно ухудшает конверсию. В магазинах, где нужно быстро оформить заказ, нужна простая схема, нужно делать какой-то совсем простенький компонент, который там в 2-3 шага, вернее не в 2-3 шага, а в 2-3 поля даст возможность оформить заказ.
А проведя тестирование вот на женской аудитории, мы провели тестирование на электронике и на детских товарах. Но вот на вот этих трех категориях, в принципе, компонент себя показал неплохо и показал боль увеличения конверсии в рамках нового компонента. Еще есть набор вопросов про службы доставки, оплаты в компоненте оформления заказа. Во-первых, смотрите, это один из способов тоже кастомизации без изменения компонента. Ведь то, какие будут службы доставки показаны, при каких условиях, причем вплоть до того, что условия от лунных суток зависящие, какие будут опции показаны для служб доставок, это все настраивается в формах в админской части. То есть для этого кастомизировать компонент не надо. Вы это можете сделать путем настройки соответствующих настроек, ограничений, платежных систем, служб доставок. И здесь я, ну, то есть для базовых вещей не вижу необходимости даже кастомизировать этот компонент. То есть можно через службу доставки, либо через, если вам нужно больше гибкость, через собственные какие-то настройки, через собственные ограничения кастомные. Это можно настраивать именно с помощью таких механизмов. На самом деле, подходя к кастомизации, нужно очень сильно подумать, а требуется она действительно. Вы, во-первых, потратите деньги, чтобы вам эту кастомизацию сделали. Во-вторых, при следующих выпусках каких-то обновлений, изменений внутри компонента, а мы его постоянно улучшаем, потому что тесты идут беспрерывно, мы постоянно делаем тестирование этого компонента, смотрим, какие изменения привносят еще большую конверсию. Мы вообще очень много заботимся в продукте о конверсии в рамках нашего продукта, если отслеживаем эту конверсию. Я, например, постоянно слежу, что происходит на сайте и как увеличивается или падает конверсия. Соответственно, выпуская какие-то обновления, Bittrex заботится о ваших инвестициях. А если вы закастомизируете компоненты и уйдете к себе, то, соответственно, все нововведения вы получать уже не будете. И ваш компонент не будет развиваться. Ну, я не могу представить пока ситуацию. Вот мы попытались в этот раз собрать все-все-все просьбы от наших партнеров, от наших клиентов по тем изменениям, которые их требовалось сделать и ради которых раньше вводили компонент в кастомизацию. Это изменение текста, это изменение каких-то там названий, это изменение цветов и так далее. Сейчас в рамках этого компонента это все можно без проблем сделать, и вы, самое главное, не потеряете какие-то апдейты. Ну, то есть требуется ли кастомизация? Да, был вопрос про e-mail. E-mail сейчас при оформлении заказа не обязательны. То есть, если вам не нужен e-mail пользователя, его не обязательно спрашивать. И пользователь может создаться без e-mail, и для компонента оформления заказа e-mail не нужен. То есть вы можете, допустим, телефон использовать, да? И был еще интересный вопрос. Так, вот про две разные фирмы, это мы в рамках холдинга ответим отдельно. Так, про цвета мы ответили. Да, вот для автоматизированных служб вводить дополнительные блоки. Автоматизированные службы, как правило, порождают блоки сами. То есть блоки, они не такие, как мы там захотим, да, а те опции, которые дает эта служба. И сейчас как раз идет работа по поводу расширения автоматизированных служб и актуализации их блоков и соответствия тому, что у нас настроено реальности, да, чтобы возможность была запросить эти блоки реально у автоматизированной службы и показать клиентам. Поэтому в рамках этого релиза я думаю, что мы это все успеем сделать. Ну вот Александр говорит, что от трех клиентов поступил заказ на кастомизацию компонента из-за того, что они хотят сразу развернутые блоки иметь. Ну вот вы можете сказать этим клиентам, что они потеряют в кастомизации. На самом деле сделать все блоки развернуты очень просто. Там на JS вы вмешиваетесь в компоненты и можете дать команду на разворачивание блоков. Но на самом деле это очень сильно ухудшает конверсию, и вы можете, в принципе, клиентам об этом сказать. Хотел вам блоки показать, но вот мне не везет. Я не готовился специально к этим блокам, не выскакивает ничего штатное. Вот здесь вот в рамках описания конкретной службы доставки выскакивают дополнительные опции, которые может клиент выбирать, изменять, и у вас сумма автоматически пересчитывается. Вот эта вот стоимость доставки, она автоматически пересчитывается, вы можете менять блоки. Ну, пытался здесь выбрать разные города, не получается. Ну, давайте какой-нибудь, я не знаю, там, куда можно еще не в Калининград, а... Ну, давайте Владивосток, например.
Нет у Почты России блоков. А у меня здесь не подготовлены какие-то службы, которые блоков есть. Ну ладно. Специально окей. Настраивали. Да, специально вот не настраивали. Последний вопрос давайте по оформлению заказа. Зато простое. Кнопочки назад, вперед, оформить заказ. Чем отличаются? Кнопочка вперед, далее она переходит к оформлению следующего блока, а оформить заказ это уже запускается процесс оформления заказа. То есть, если во всех блоках есть преднастройки, которые как бы устроят систему, то есть все обязательные поля будут заполнены, то при оформлении заказа сразу же пойдет процесс оформления. Если нет, то откроется соответствующий блок и скажет пользователю, что вот здесь еще пользователь забыл заполнить какие-то поля. Причем кнопки назад и далее вы можете переименовать, сделать их другими названиями в рамках вашего магазина. Кнопка оформления заказов, она гибко настраивается, показ этой кнопки. Вы можете ее показывать сразу, то есть чтобы клиент сразу увидел эту кнопку. Вы можете ее настроить, чтобы она показывалась только тогда, когда клиент подошел до последнего шага. И вы можете продублировать эту кнопку еще справа, где мы показываем так называемый, ну вот у меня как раз на экране скриншот, вот сбоку мы показываем краткую информацию по заказу, его итоги. Вы можете продублировать эту кнопку справа внизу. Например, видеомагазин, он дублирует эту кнопку и там в блоке, и внизу показывает. Вы теоретически можете сделать так же. Они, видать, проводили какие-то тестирования, и для их магазина это появилось, ну как это появление этой кнопки, оно у них актуально вот в таком виде. То есть, в принципе, вы достаточно гибко можете это все изменять. Вопросы появляются один за другим. Давайте уже на последний, потому что он важный, и перейдем к следующему блоку. Если не удается автоматически рассчитать стоимость доставки, что происходит в этом случае? В этом случае, если не удается если вообще не удается хотя бы что-то сделать, и в этом виноват не покупатель, то базовый принцип – оформлять заказ в любом случае, потому что вы в любом случае, ну, вы хозяин магазина, в любом случае должен получить информацию о том, что клиент хочет купить этот товар. Но в этом случае заказ этот помечается, и менеджер должен связаться с клиентом и как-то разрулить эту ситуацию. То есть потеряться, главное, что потеряться заказ, конечно, не должен. Смотрите, я могу даже вживую показать, что произойдет. Вот здесь хорошо, я пока кликал по этому компоненту, здесь я отлично сбайнула Почта России, она любит у нас сбаивать. Вот что произойдет с доставкой. Во-первых, этот блок станет желтенького цвета. Видите, циферка стала желтой. Это не фатальная проблема. Это, да, мы не смогли рассчитать заказ. Мы написали предупреждение, что не удалось рассчитать стоимость доставки. Вы, кстати, можете изменить этот текст без кастомизации. Вы можете продолжить оформление заказа, а чуть позже менеджер магазина свяжется с вами и уточнит информацию по доставке. То есть мы не смогли рассчитать. Мы показали, что сумма некорректная. Это причем штука, как ссылка, видите, поднесла мне повыше, если я вот так сделаю, она прям показывает клиенту, в чем проблема. Мы не смогли рассчитать, но это не является блокировочной системой для оформления заказа. Мы желтеньким его продолжаем блок выделять, мы показываем, что есть проблемы, но заказ продолжает оформляться, и он оформится. Все, вот сейчас заказ будет оформлен. Если вы видите красный, ну как бы красным выделенную систему, выделен красным блок, то такой блок значит невозможно оформить заказ и система не даст оформить заказ. Но у нас, ну наверное, нету вариантов, когда мы не даем оформить заказ. Мы когда делали этот компонент, самое главное требование от Леши, например, Кирсанова было в том, что заказ должен оформиться при любых раскладах. Что бы ни происходило с магазином, клиент не должен потеряться, он не должен не смочь оформить заказ. Пусть все упадет, но заказ должен быть выполнен. Менеджер потом свяжется, уточнит какие-то параметры заказа. Самое главное, что заказ будет оформлен. Да, красный блок – это в том случае, если есть обязательное поле, мы клиенту говорим «заполни поле», он не заполняет, вот будет красный блок, потому что он может заполнить его и продолжить оформление заказа. А любые внутренние ситуации магазина, на которые клиент не может повлиять, они не являются основанием для прекращения оформления. Дальше уже работа менеджера эту ситуацию каким-то образом отрегулировать. Да, и самое главное, вы предупреждаете клиента, если красный блок одна надпись может быть, если желтый блок, вы можете другие надписи. Надписи, естественно, зависят от блоков. Если надпись про доставку, там вы изменения вносите блока для доставки. Если надпись про оплату, там вы можете поменять текст по оплате и так далее. Ну, наверное, двигаться дальше будем. Да, ладно, самый последний вопрос от Дмитрия, потому что он тут активно у нас участник. Опасно ли получать данные напрямую с баз данных? Ну, как вы понимаете, в случае каких-либо изменений, изменения мы проводим довольно часто, вам нужно будет синхронно менять ваш код, потому что если мы поменяем структуру таблиц, то, соответственно, вам придется поддерживать актуальность вашего кода.
Если вы готовы на это пойти, ну, то есть мы нигде структуру не прячем, она открытая, доступная, вы можете запросить данные напрямую оттуда. Но я бы рекомендовал вам пользоваться ОРМ, то есть прокладкой из API. Фактически оно напрямую проецируется в запросы к базе данных, но здесь вы себя гарантируете от каких-то изменений структуры базы, которые, ну, могут повлиять на неработоспособность вашего кода. Даже если вы не хотите на высокоуровневую API, хотя бы низкоуровневую воспользуйтесь. По ORM, насколько знаю, есть неплохая документация. Те разработчики, которые немножко удосужились почитать и разобраться с этой штукой, у них прям фантастические интересные отзывы, что им очень нравится, что эта штука работает очень просто и легко. И те вещи, которые раньше делались часами, можно сделать фактически за 10-15 минут с использованием ORM. Поэтому ну, почитайте, посмотрите. Давай дальше. Давайте. Холдинговая структура. Для чего нужна вообще холдинговая структура и что это такое? Холдинговая структура – это возможность интернет-магазина работать с различными организациями в рамках одного магазина. Предположим, у вас большой магазин, который работает на Калининград, там, я не знаю, на Питер, на Москву там, и на Владивосток. Вот мы выбирали эти города в этот раз. И в этих разных городах, скорее всего, у вас будут разные компании. Потому что вы будете локально ставить офис. Вам удобнее, если налоговая и все остальное будут приходить в этот локальный офис, и вы, в принципе, одна компания, у вас один сайт, но в рамках конкретного города у вас компания с юрлицом данного региона. Вам так удобнее. Вот чтобы делать правильную продажу, чтобы система могла показывать те платежные сервисы, которые привязаны к этой конкретной компании локальной, чтобы службы доставки автоматически выбирались, привязаны к этому региону и к этой компании, была сделана холдинговая структура. То есть это возможность в рамках одного магазина создать вот разный такой набор этих компаний. Там калининградская компания, московская компания, там питерская компания и так далее. И в рамках этих конкретных компаний вы привязываете конкретные службы доставок для этого города и для этой компании. Вы привязываете какие-то службы оплаты. То есть может быть так, вы, например, карточную оплату получаете централизованно в рамках головного офиса. И на этот головной офис падают все оплаты, связанные, произведенные по банковской карточке. Но банковские карточки в рамках терминала вы проводите при оплате терминалом, например, в рамках офиса. И вот этот терминал, он привязан уже к конкретной локальной компании. И вы можете вот так вот гибко это регламентировать. Вот здесь дана небольшая принципиальная схема, которая, в принципе, показывает то, что я и рассказывал. Что у вас есть разные подразделения, работающие в рамках каждого города, и к ним можно все это дело привязать. Кроме того, что вы привязываете оплату, отгрузку и так далее в рамках конкретной компании, вы можете привязать и определенную печатную форму. То есть, естественно, в рамках Калининграда должны быть распечатаны бланки и документы калининградские, в рамках московского офиса должны распечататься документы московские и так далее. Вы тоже можете, в принципе, эту штуку настроить. Я даже вам скажу, что это не обязательно печатная форма. Любая платежная система, она может получать свои параметры из конкретной компании, и, соответственно, при оплате будут браться конкретные параметры, которые нужны в данном месте. Причем для разных оплат одного и того же заказа и разных отгрузок могут быть разные компании, потому что, может быть, оплата приходит в одно место, да, а отгружает реально другая компания. Это все возможно. Где это настраивается? Настраивается это в разделе магазина, в настройках есть пункт меню компании. Вы можете создать здесь свои компании, задать их конкретные реквизиты, можете это там настроить. Да, вот, к примеру, можем настроить для Москвы юрлицо и физлицо отдельные компании, а для Калининграда мы настроим одну компанию, которая будет работать для всех юрлиц. Нам что нужно сделать? Нам нужно в настройках компании задать параметры, которые нас интересуют, да, это счет расчетный, банк какой и так далее, и задать ограничения для этой компании, когда именно эту компанию нужно применять. То есть нам это будет в данном случае для Калининграда для всех юрлиц, а для Москвы будет две компании, для физического лица или юридического лица. Соответственно, при оформлении заказа автоматом будет браться правильная компания, и если теперь в платежных системах, допустим, вы настроите, что брать какие-то параметры для счета, допустим, для печатного, да, брать и ИНН, расчетный счет и банковские реквизиты именно из компании, то они будут браться из правильной компании, той, которая будет привязана к конкретной оплате.
Если для Москвы это будет для юрлица одна, для физлица другая, для Калининграда это будет третья. То есть каждый раз реквизиты будут правильные. Ну и вот как раз у меня на экране открыт выпадашка по тем правилам, по которым будет браться компания. На скриншоте показано, что компания создана по местоположению и по типу плательщика. Это, наверное, самые основные способы, которые... Ой-ой-ой, убежала. Это, наверное, самые основные способы, которые в основном клиенты будут выбирать. Но вы, в принципе, можете настроить его по валюте, по типу сайта, по типу привязки, по платежной системе, по службе доставки, по цене даже компании. То есть вы можете, в принципе, настраивать и привязывать компании для различных настраиваемых систем. Да, ограничения могут быть абсолютно любые, причем вы можете добавлять свои собственные ограничения, кастомные, подвесившись на необходимые события, и полностью влиять на то, какая компания будет выбрана. А дальше от этого будет уже возможность выбирать свойства платежных систем, служб доставок и гибко рулить этим механизмом. Это вот как раз Алексей показывал на презентации, мы показывали, как кастомизировать эти вещи, и вот он добавил правила по лунным суткам. То есть, если найти наш доклад с партнерской конференции, то там можно посмотреть, как в код вмешиваться и добавлять свои правила, по которым будет выскакивать конкретная компания. Да, там полностью рабочий пример есть, можно прямо из презентации его скопировать, и он будет вполне себе работать, как в зависимости от лунных суток подставлять другую компанию, которая будет осуществлять продажу, получение денег, либо отгрузку товара. Ну, естественно, это все взаимодействие работает с оформлением заказа как в публичной части вашего сайта, так и оформление заказа в рамках административного интерфейса. Теперь к вопросу о том, то, что спрашивали, для чего нам нужны люди, к которым привязываются, ну, не люди, сотрудники компании, к которым привязывается документ. Они нужны, насколько я понимаю, для следующего этапа холдинговой структуры. Да, у нас мы прошли все этапы работы с холдингом, за исключением последнего. Последний этап – это права. Что будет сделано в этот релиз? Мы дадим возможность ограничивать просмотр разных компаний, соответственно, их заказа. То есть, если какой-то менеджер, сотрудник компании назначен, да, то вот он имеет доступ к этому заказу, он может его управлять этим заказом. Другие будут либо не иметь доступа, либо иметь право на чтение в зависимости от настроек. То есть, будет более гибкая регулировка прав, которая будет связана как раз с холдинговой структурой. Это будет удобно, опять-таки, для больших магазинов, когда вы подключаете менеджеров и обработку заказов делают менеджеры локальных магазинов. Например, менеджер в Калининграде видит свои заказы и может управлять своими заказами. Менеджер там в Москве видит все заказы, но калининградский он может только просматривать, потому что ему не нужно изменения в рамках этих заказов. Но он их просто видит, так как это головной офис компании, например. То есть можно будет вот такие вот гибкие настройки, насколько я понимаю, делать. Да, и вот вопрос, можно ли будет автоматизировать. Да, в зависимости от того, какая компания будет назначена, соответственно, можно будет автоматом назначать сотрудника, который будет ответственный. Отлично, прекрасная возможность. Так, ну, на вопросики будем отвечать или дальше побежим пока? Персональный раздел. Давай закончим с разделом. Давайте. Уже, а потом оптом ответим на все вопросы. Давайте. Персональный раздел. Еще одно нововведение, которое появилось в рамках последнего выпуска продукта, это персональный раздел. Персональный раздел – это публичный интерфейс таких основных действий, которые могут делать пользователи после того, как оформят заказ. Это посмотреть, какие у них есть заказы, посмотреть данные по личному счету, вообще личные данные посмотреть, историю своих заказов, изменить свой профиль и так далее. Для чего мы его делали? Во-первых, обновились компоненты, они стали более приятные, они стали адаптивные, но и кроме этого, они раньше состояли из множества компонентов. И чтобы создать такой персональный раздел, даже когда вы знаете, как все это работает, это занимало, достаточно много времени. Ну, 3-4 вечера бы у меня бы заняло, чтобы его собрать, проставить пути, сделать настройки, сделать перекрестные ссылки и так далее. То есть достаточно долго и неудобно. Теперь эта штука вся объединена в комплексный компонент. Что такое комплексный компонент? Это компонент, который объединяет в себе вот эти все-все-все мелкие компонентики и настраивается простенько и устанавливается очень простенько. Вы берете этот компонент комплексный, кидаете на страничку, и у вас полностью готовый персональный раздел со всеми настройками сразу же начинает работать на вашем сайте. Вот такая вот штука у нас появилась. Давайте, наверное, его не будем здесь смотреть на скриншотах, давайте посмотрим его вживую. Не очень я люблю скриншотики. Тем более вживую он, по-моему, стал красивше. Да, вживую он красивше. И вот как раз мы оформили заказ, и мы можем посмотреть, что происходит. Вот так выглядит персональный раздел. Я перешел вот
к себе, так сказать, оформив заказ, мы видим, какие блоки у нас есть. Во-первых, у нас есть меню справа, достаточно красивое, здесь приятные цвета такие. Вот у меня в синем, в рамках синего магазина, достаточно приятненькие цвета. Я могу увидеть свои текущие заказы. То есть вот я оформил какие-то заказы тестовые, когда делал. Во-первых, мы вынесли в списке заказов, сделали, вынесли кнопочку «Оплатить». Очень часто бывает так, клиент пытался оплатить карточкой, на карточке не хватило немного денег, и все, клиент не может оплатить заказ, не может найти, где ее оплатить. Раньше, чтобы это было сделать, в персональном разделе нужно было войти внутрь заказа, вызвать его на изменения, и там сделать, попытаться оплату. Теперь эта кнопочка вынесена наружу. Если заказ, вот как в данном случае, этот оплаченный, этот не оплаченный, вы сразу можете нажать кнопочку и оплатить заказ. Бывали возможности, когда клиент просил, вернее, бывали требования, когда клиент просил изменить способ оплаты. Теперь он может это сделать очень просто. Он разворачивает предлагаемые платежные системы, и у вас стояло, например, один способ доставки, вы можете изменить его на другой. То есть теперь клиент достаточно гибко может менять способы оплаты. То есть он хотел оплатить банковской карточкой, выбрал там квитанцию Сбербанка и после этого перейти к какой-то оплате. Ну, естественно, через настройки вы можете запретить эту функциональную возможность, потому что не все хотят давать клиентам возможность менять. Вы можете увидеть подробную информацию о заказе, она тоже стала приятной. Мы показываем, каким способом оплаты можно оплачивать. Ну, я в данном случае в оплаченном заказе я не могу изменить. Мы можем посмотреть, какие товары были отгружены в рамках заказа. И, соответственно, клиент видит, что частично произошла оплата. Он может видеть подробную информацию. Мы постарались сделать компонент компактным, чтобы показывать минимум информации, чтобы это не пугало клиента. Но вынесли самые главные вещи, которые клиентам требовались. Изменился очень сильно личный счет. В личном счете стало иметь возможность задавать любую сумму. Раньше можно было только фиксированные платежи. Естественно, мы оставили фиксированные платежи, то есть клиент может выбрать. И самое главное, что изменилось, мы теперь, не перебрасывая никуда в оформление заказа, мы можем сразу спросить, чем клиент хочет оплатить, пополнить в свой внутренний счет. Эта возможность очень полезна для магазинов, которые используют, например, продажу электронных ключей, игрушки, например, электронные продукты или еще что-то. Когда работа идет по принципу, вы сначала пополняете свой личный счет, потом оплачиваете с него. Очень часто для бонусных систем используют. То есть вот появилась возможность нового компонента. Вы можете изменять личные данные. Он тоже стал красивым. Вот так вот это выглядит теперь. Клиент очень быстро может что-то изменить. История заказов тоже изменилась. Вы можете заказы, которые уже выполнены, увидеть в истории, посмотреть, вернуться к ним. Вы можете повторить заказ очень просто в один клик. Но еще интересная вещь, не помню, мы ее сразу, кажется, хотели рассказать. Нет. Давайте я расскажу, что еще интересного появилось. Появилась возможность подписаться на товар. И она тоже появляется внутри личного вашего раздела. Что такое подписка на товар? Если у вас товары закончились, вот я специально подготовил товар, вернее не специально подготовил, мы специально подготовили в рамках нашего демо-шаблона товар, на котором есть отсутствующие элементы. То есть вот я кликаю по этим элементам и вижу, что изменяется кнопочка, и она мне предлагает подписаться. Я могу подписаться. Все, я успешно подписался. Когда вы авторизованы, и мы знаем e-mail или знаем телефон, на который вы подписываетесь, система не спрашивает никакие дополнительные поля. Если разавторизоваться в рамках компонента, то вы, когда делаете подписку, система спрашивает, вот в данном случае, e-mail. Причем это настраивается, вы можете спросить не e-mail, вы можете настраивать по телефону. Давайте введем e-mail. Все. Если клиент, если товар поступит, в данном случае, если появится это платье, то клиенту придет на почту уведомление, что данное платье поступило, и перейдя по ссылке, клиента сразу отправит в корзину, насколько я понимаю, и он сможет быстренько оформить заказ. В рамках персонального раздела, вывел подписки. Вывел подписки. В рамках персонального раздела вы можете сразу увидеть те подписки, на которые вы подписываетесь. Вот я подписывался на платье, и я сразу вижу, что платье у нас есть. Причем мы теперь выводим это платье в разных, так сказать, ипостасях. Вот в данном случае я уже на раз, на два подписался и подписываюсь. На три я даже подписался. Отлично. Нет, на два. Одна подписка — это не в рамках.
этой вещи. И я вижу в подписке, что я подписан на данное платье и могу посмотреть подробно, что это такое. То есть мы показываем под конкретный элемент. И я, когда его покупаю, я забираю товар уже с конкретным размером, с конкретным элементом. То есть я могу оформить заказ сразу с тем выбором, который я хочу сделать. Вот такая штука появилась внутри системы. Она есть просто в виде компонента, и она есть в виде компонента персонального раздела. То есть вы можете ее использовать. Очень многие просили, чтобы мы подписочку доделали. Мы ее доделали в рамках этого релиза. А, вот, есть у меня, кажется, слайдики по подписку. Ну и последнее, о чем хотелось бы поговорить, это наша Big Data. Big Data – облако интереса. Мы давно достаточно начали работать с Big Data. Это прошло где-то в районе полутора лет, когда мы начали делать первые шаги в данном направлении. У нас несколько вариантов Big Data. Немножко напомню, какие есть. Это стандартная Big Data, которая делает предсказания по товарам. Те товары, которые клиенты покупали, мы делим клиентов на группы и подсказываем, что данный человек попадает в какую-то группу и с высокой долей вероятности он может купить данный товар. У нас есть Big Data, которая используется в рассылках, и мы рекомендуем, там несколько сценариев есть, мы рекомендуем какие-то покупки клиентам в рамках вашего магазина. И вот появилась третий тип Big Data, это облако интереса. Какие возможности и для чего мы делали это облако интереса? Очень сложно давать рекомендации новым пользователям. Когда пользователь ни разу не был на сайте, на вашем сайте конкретно, никогда не был на похожих сайтах в рамках нашей вот всей Big Data, мы поддерживаем достаточно много проектов, у нас там около 100 тысяч проектов, которые отдают нам данные по Big Data, сложно рекомендации делать новым пользователям. Мы ничего о них не знаем. Сложно давать рекомендации небольшим сайтам. У них достаточно небольшая посещаемость, и эти сайты, ну, не могут себе позволить какую-то информацию подробную дать о клиенте. Особенно если получилась двойная проблема. Это небольшой сайт, у них маленькое количество посещаемости, а еще и новый пользователь. То есть мы достаточно мало информации знаем, и предсказания или рекомендации даются достаточно такие, не очень качественные. И есть проблема у сайтов с уникальным или специфичным товаром. Что это за сайты? Это сайты одежды. Когда выходит конкретная новая линия одежды, и эта линия одежды нигде нет, она уникальна. Либо эта одежда сделана в рамках ручной работы, либо это какая-то вообще ручная работа, либо это товары, которые называются уникально, либо на сайте сделали уникальное название. Соответственно, сделать рекомендацию таким клиентам вообще очень сложно. И мы решили сделать новый рекомендательный сервис, который как раз исправит эту проблему. Пользователи путешествуют по сайтам в интернете, а у нас есть сайты, сделаны на нашей платформе, не только сайты магазинов, но и сайты обычные, там, контентные, там, я не знаю, еще какие-то сайты. Пользователь путешествует по интернету, смотрит какую-то информацию. Предположим, вот в моем примере на скриншотах я вижу, что пользователь интересовался машинами, яхтами в аренду, интересовался Евро 2016 играми, которые прошли уже, и так далее, смартфонами, миньонами и так далее. После этого мы зашли на сайт какого-то магазина, мы видим облако интересов этого магазина, и мы смотрим, а есть ли какие-то товары с названиями, с описаниями, с дескрипшенами, с кейвордами в рамках этого сайта, которые могут отражать облако интересов данного пользователя. И если эти товары есть, мы делаем пересечение и делаем показ этих товаров для этого пользователя. Соответственно, пользователь, зайдя на этот сайт, он видит, что вот он смотрел яхту, он смотрел Volkswagen, он смотрел миньончиков, и мы ему показали эти вещи в реальном режиме времени. То есть мы показали, что, ребята, вот смотрите, вот эти вещи, которые он смотрел. Ну, у меня здесь ролик. Ну, давайте попробуем без ролика, попробуем это вживую. Надеюсь, у нас все получится. Использовать будем наш сайт. Вот как раз это сайт, который попадает под самую серьезную проблему. Мы зайдем на страничку, где мы показываем стандартный товар. Вот отобразились товары, мы попытались дать рекомендации мне, то есть вот это персональные рекомендации. Но я свадьбами не интересовался, я уже больше 10 лет женат, у меня есть супруга, то есть мне как бы не очень нужен свадебный тортик. У меня нет дочери Полины, поэтому, наверное, не очень нужен
тортик про Полину. То есть она мне дала какие-то интересы, которые не совсем соответствуют моим интересам. Ну давайте, чтобы была частота экспериментов более правильная, мы попробуем зайти в режиме инкогнито. То есть мы откроем окно в режиме инкогнито, то есть все, ничего система как бы о нас не знает, и посмотрим какие-то интересы. Вот у меня здесь есть приготовленные сайты, которые можем посмотреть. Предположим, я заинтересовался, как папа на этом компьютере, машиной Мерседесом. Вот хочу я купить там такой Мерседес. Денег у меня, правда, на него нет, но я им поинтересовался. Зашла после этого... Ой-ой-ой, зачем мне еще раз Мерседес? Зашла после этого, например, мама и посмотрела костюм для дочери на там предстоящий какой-то праздник. То есть вот есть костюмчик, я его посмотрела, вернее, мама его посмотрела. Зашли детишки, посмотрели какую-то сумочку. Предположим, старшая, мы решили ее взять в отпуск, она посмотрела какой-то, там, я не знаю, рюкзачок или какую-то сумочку с вот этим героем из мультфильма. Я не знаю, там, младшая посмотрела рюкзак в школу с каким-то другим героем. Ну, сайт даже вот не прогрузился, ну, неважно. То есть она смотрела смешариков. И после этого я захожу на какой-то сайт, у моего ребенка там день рождения, я хочу купить тортик, я захожу на сайт с тортиками и хочу посмотреть какой-то торт в рамках вот этих вот рекомендаций. Посмотрим, что дала и смогла ли рекомендовать система в данном случае тортиков. И что мы видим? Система показывает мне тортик в виде Мерседеса. Система показывает мне тортик в виде отважного Дасти. Это то, что смотрел мой ребенок. Здесь присутствует русалочка Ариэль. Есть смешарики, которые смотрела, как бы смотрел ребенок. Ну, она мне почему-то еще рекомендовала танки и сигары. Ну, наверное, я где-то зацепил. Может, там какая-то реклама проскакивала на сайтах. Мерседес, это же для настоящих мужиков. Да, и танки, и сигары. Торт и сигары, да, я так и понял. Она мне так бонусом. Ну, точно, согласен с тобой. То есть вот система рекомендаций сработала в реальном режиме времени. Мы зашли на сайт, пройдя по каким-то сайтам, и показали какую-то рекомендацию именно для конкретных клиентов. Очень интересная возможность, а скоро эта возможность появится. Вот сейчас, почему, например, я ее на сайте у себя не применяю. Очень тяжело ставить дополнительные компоненты. Мне не нравится ставить прям дополнительные компоненты бигдаты отдельно. Это, соответственно, мне нужно где-то их будет внизу поставить или еще где-то, и клиенты могут не обратить внимания. В новых компонентах, которые скоро выйдут, про которые говорил Леша, что они изменятся и станут интересными, будет возможность подмешивать бигдату прямо в рамках компонента. Можно будет выбрать, где внутри компонента она будет выводиться. Соответственно, я ее сразу у себя на сайте и поставлю. Вот такая вот штучка у нас есть в рамках бигдаты. Еще раз, что такое облако интересов? Мы строим облако интересов пользователей в режиме реального времени. То есть вы видели, я прошелся по 3-4 сайтам. Зашел на сайт тортиков, и мне подсказали тортики, именно те, которые я хотел. Мы находим наиболее релевантные предложения для конкретного пользователя. Чтобы вот прям вот так именно сработало, как я показывал, вам нужно обязательно заполнить теми словами внутри ваших описаний товаров, теми словами, которые заполняются в виде тегов, в виде дескрипшенов, каких-то описаний, мета-тегов или тегов, там, я не знаю, кейвордов, ключевых слов данной странички. Вы должны заполнить те слова, которые будут клиенты ваши искать. То есть это не просто там название какое-то, там не обязательно даже название присутствует миньон. Вот в моем примере как раз-таки, это такой достаточно интересный пример, что вот здесь есть Дасти, а вот здесь, насколько я понимаю, не написано даже вообще Дасти. То есть, чтобы вот такая рекомендация произошла, нужно какие-то дополнительные слова внутрь заносить, чтобы система попыталась определить и правильно выставить эти слова. То есть старайтесь заполнять больше информации, и тогда мы сможем более точную рекомендацию делать. Стандартный компонент персональной рекомендации поддерживает новые рекомендации. Это выпадающий список рекомендаций. Вы можете выбрать рекомендацию именно как облако интересов. Ну и компонент увеличивает конверсию. Применяйте на своем сайте. Вы теперь вживую можете посмотреть, что компонент работает. Можете проверить, что это все хорошо отрабатывает. Если у вас будут какие-то вопросы, вы можете писать нам тикеты, естественно, или задавать эти вопросы. Но в принципе система интересна, ее нужно применять. Конкуренция среди интернет-магазинов обостряется с каждым днем. Выигрывает тот, кто умеет лучше конвертировать своих посетителей в заказы. Возьмем обычный интернет-магазин с 1000 посетителей, вы получаете выручку 1 миллион рублей.
Но с такого же трафика можно получить на 10-30% больше, если сделать интернет-магазин персональным для покупателя. Мы разработали облачный сервис персонализации Bittrex Big Data, который является частью платформы 1С Bittrex. Сервис анализирует посетителей, зашедших на ваш сайт, их интересы, покупки, сходство с другими покупателями, при этом сохраняя полную анонимность данных. Работает индивидуально для каждого сайта. Универсальный компонент персонализации может быть легко размещен на главной странице вашего интернет-магазина, в списке товаров, в детальной карточке товара, в корзине и на странице оформления заказа. Персональные рекомендации также будут доступны вашим менеджерам по продажам при обзвоне покупателей, что позволит увеличить средний чек и выглядеть в глазах покупателей более компетентными. В дальнейшем рекомендации могут быть использованы для персонализированных рассылок вашим клиентам. Сервис Bittrex Big Data – один из лидеров по охвату интернет-магазинов. Является составной частью платформы 1С Bittrex. Bittrex Big Data – конвертируйте в продажи лучше конкурентов. Вот такой интересный ролик наш отдел маркетинга как бы представляет. Шикарный лозунг «Конвертируйте в продажи лучших конкурентов». И самое главное, вся эта система работает бесплатно. Вам не нужно платить деньги за использование данной системы, вам просто нужно поставить свои компоненты, а вот скоро выйдут компоненты, которые будут прямо внутри себя держать и подмешивать какие-то товары. Ну и провести АБ-тестирование, посмотреть, насколько мы показываем лучший результат в рамках Big Data и насколько ваш магазин больше получает дохода с использования вот таких рекомендательных систем. Используйте, вам может быть, это даст возможность увеличить свою доходность. Да, АБ-тестирование – это, кстати, важный шаг, не забывайте о нем, потому что только реальные данные, реальные цифры могут доказать, что один подход лучше другого. Да. А гипотетические рассуждения – это всего лишь рассуждения. Все верно. Старайтесь проверять все вещи, которые вы делаете, всегда старайтесь тестировать. Сейчас вообще тенденция складывается на рынке, что многие, кстати, партнеры, взрослые партнеры, которые заботятся о своих клиентах, стали работать по такому принципу, что клиент, когда просит какую-то информацию, он просит, вернее, информацию, доработку у себя на сайте, он просит, например, применить систему АБ-тестирования. И партнеры, ну, выставляют деньги и только тогда, когда они действительно добиваются каких-то результатов. Когда они делают какие-то предложения, дают клиенту, они говорят, мы вам сделаем там больше конверсию вот в данном компоненте, давайте мы его кастомизируем, стоить будет это столько-то, конверсия увеличится на столько-то. И они это доказывают с помощью АБ-тестирования, что конверсия действительно увеличилась. Вы можете просить у партнеров, своих доработчиков, чтобы они, разработчиков, чтобы они именно делали такие же АБ-тестирования и доказывали вам, что их изменения, которые они делают, они действительно интересны. Это вот как раз к вопросу о том, а нужно ли раскрывать блоки в оформлении заказа. Окей, вы можете сказать клиенту, давайте проверим. Вы заплатите за разработку, вы возьмете дополнительные деньги с клиента за тестирование, но зато клиент будет точно знать, что действительно то, что вы сделали, это все хорошо, и клиент будет работать. Если у клиента будут деньги, у него будут продажи, и он сможет заказывать какие-то дополнительные доработки в дальнейшем и дальше развивать свою платформу, чем он закроется, и у вас фактически клиент перестанет вам приносить доход. Давай поотвечаем на вопросы и да, будем плавненько. Да, давай поотвечаем. Значит, начиная с более старых, есть ли разные профили покупателя? Да, они, конечно, никуда не делись, как они были, так и остались. Причем для кастомизации клиенты иногда очень интересные кейсы на них делают, поэтому если вы как-то их используете, то, естественно, это все никуда не делось. А как продавать товар из разных компаний? Возможно ли? Ну, тут не совсем, наверное, понятен вопрос, в каком именно виде вы хотите это продавать. То есть, если я понимаю вопрос правильно, то из разных компаний это подразумевается, что у них разные склады. Вы можете продавать это и делать, но все-таки система здесь работает для другого. Это и сейчас можно делать без холдинговой структуры, сделать разные склады и делать продажу с разных складов. А это скорее сделано для вашей компании, когда ваша компания состоит из множества небольших компаний. И нужно правильно подставить реквизиты и правильно показать данные клиенту, чем сделать именно отгрузку каких-то товаров или показать правильный товар. Это было возможно сделать и ранее. Так, можно ли корзину из двух товаров разделить на два юрлица? Один товар продается по первому юрлицу, второй по второму. А стандартный компонент оформления заказа сейчас это не поддерживает. И ну, не уверен, что будет кто-нибудь поддерживать, потому что это все-таки достаточно кастомное решение. Хотя я знаю, оно реально применяется. Вот я знаю реальные кейсы для ЖКХ, когда вообще по правилам у них нужно каждый отдельный товар оформлять как отдельную оплату и отдельную отгрузку.
Кастомизация решает этот вопрос. Я думаю, это может даже штатно появиться, если действительно примут закон, а его вроде бы утверждают, по продаже алкогольной продукции. И мы вынуждены будем разделение такое сделать, если клиент именно связан вот с таким бизнесом. Там алкогольная продукция должна обязательно быть отделена в отдельный как бы под заказ. Но там не скорее с разных компаний, а скорее прям разделение будет происходить, что это разные по будут... типу товара. Да, разделение. По типу товара будет разделение. То вот в таком виде, может быть, будет поддерживаться. Ну, возможно, будем исследовать вопрос, если это понадобится, то будем делать. Но в текущем виде пока при оформлении заказа будет одна отгрузка в стандартном компоненте, хотя кастомизация может добиться всего чего угодно. В административной части, конечно, не ограничено ничего. Там менеджер делает все, что хочет. Можно ли для разных компаний отображать только часть каталога? Можно ли настраивать для них разный дизайн сайта? Как я понимаю, вопрос это о публичной части, потому что о дизайне сайта говорится, да, в админской части один и тот же для всех дизайн административный. Можно это оформить как разные сайты, да, соответственно, для разных сайтов можно вплоть до того, что разные каталоги делать. Если имеется в виду в рамках одного сайта, ну, наверное, без кастомизации. Не, тут... не, там легко. На самом деле это очень легко делать. Я делал у себя так, я делал переход со сайта на сайт у себя в таком виде. У нас в настройках типа сайта можно задать шаблон вплоть до раздела или для конкретной страницы. Вы можете разные шаблоны сайта делать для разных разделов. Я когда делал переход со старого шаблона на новый, я не мог сразу перевести весь сайт. Я фактически в этом шаблонизаторе указывал, что вот, ребята, вот к этому разделу будет применен новый шаблон. И он работал для нового раздела. Делал для следующего раздела какие-то изменения вносил. Я переносил, говорил, ребята, вот теперь для этого раздела я хочу показывать. Это очень легко делается, легко настраивается. Настраивается это в шаблоне сайта. Там у нас есть условия появления. Вы можете подключать разные шаблоны. Вы можете каждый раздел оформить в своем виде, в своем цвете и так далее. Если вам это требуется, то это очень легко сделать. Там не особо какие-то прям сложные вещи нужно делать, но это делать будет только разработчик. То есть простой человек, который не разбирается, как все это работает, вряд ли сможет это сделать. В личном кабинете при повторной оплате логика работы компонентов такая же, как в корзине, знак вопроса. Ну, не совсем понятен вопрос, какая такая же, если так, придется ли переписывать платежные системы, или они будут работать без проблем. Ну, насколько я знаю, они работают, стандартные платежные системы у нас работают без проблем. Если возникают какие-то вопросы, проблемы или что-то, обращайтесь в службу техподдержки, будем стараться оперативно решить. Штатные платежные системы, которые входят в поставку продукта, они проверены и они отрабатывают этот механизм. Это, скорее всего, вот о той проблеме, когда у нас нельзя было повторно оплатить, выбрав ту же самую систему или еще что-то. Ну, сейчас, насколько я знаю, такой проблемы такой нету. Проблемы да. Нет, если да. У вас какие-то проблемы есть, обращайтесь в техподдержку, будем решать. Вот тут вопрос по поводу оплаты только после того, как менеджер подтвердит, что товар зарезервирован под человека. Насколько я знаю, это у нас есть в ближайших планах. Ну да, это можно сделать. Это очень такой становится вообще частым кейсом. Клиенты многие спрашивают. В основном это небольшие магазины, у которых на самом деле товара своего нет. Они торгуют с какого-то большого склада, с оптового, и достаточно частый кейс. Мы с Лешей его обсуждали, и мы предполагаем, что в этом релизе мы постараемся, наверное, его реализовать. Да, там, кажется, работа небольшая, а будет полезна всем. Польза будет хорошая. Да, вот и очень интересный вопрос, когда? Когда это все выйдет в стабильных версиях? На самом деле, почти все то, что я показываю, уже в стабильных версиях вышло. Не вышло в стабильной версии только конвертация скидок. Скидки находятся на тестировании и выйдут в бете, вернее в альфе даже для партнеров в ближайшее время. Через некоторое время потом в бете выйдут и в релиз. Все остальное, насколько я помню, уже все в стабильных ушло клиентам. Оформление заказа так точно уже давно ушло в стабильных. Публичный раздел тоже в стейбле уже ушел. Я себе даже поставил. Кастомизация админки в стабильных ушла. В общем-то, большая часть всего этого реально уже стабильная. Мы специально оттягивали этот вебинар. Если честно, мы его переносили уже несколько месяцев. Хотели, чтобы вот максимально все, что мы обещали в том релизе, все вышло. На данный момент вот релиз полностью закончен. Мы полностью отработали то, что мы обещали. Осталось небольшой кусочек. Скидочки еще пока, да. Ну, скидочки уже тоже готовы. Они, в принципе, они готовы, они в тестировании, но да. Это процесс достаточно длительный. Он сейчас идет. Проверяется качество. Остался один момент, который мы не доделали, но мы хотели сделать на него отдельный вебинар. Это мы поддержим продажу товаров
с какими-то некими делителями. Это продукты питания или еще что-то. Food, так называемый food retail. Мы по нему сделаем отдельный вебинар. Вот этот кусочек не до конца вышел полностью. Мы тоже надеемся, что в течение там, 2-3 недель, 4 мы попытаемся его хотя бы отдать в отдел тестирования. И, наверное, проведем отдельный вебинар, расскажем, как это все применять, как это работать, для чего это нужно. Вот вопрос, если клиент звонит менеджеру, можно ли показывать ТАП, рекомендовать при звонке и там бигдату выдергивать для того клиента, который звонит? Теоретически можно. В бигдате есть API, который позволяет подключаться и что-то выдергивать. Это можно будет сделать. Единственное, что клиента по телефону идентифицировать не всегда возможно. То есть, если в вашем магазине этот клиент по телефону как-то был определен, либо мы знаем его по телефону, не все магазины отдают телефоны клиентов, то да, можно будет сделать какие-то рекомендации. Но это будут рекомендации первого типа, то есть мы будем основываться его как на группу, похожее поведение этого клиента на какую-то некую группу. Это не будет, вот, например, Big Data, которая я показывал вживую в этот раз. То есть мы ничего не знаем о интересах этого пользователя, потому что он сделает звонок по телефону. Так, SEO для многосайтовости нет в коробке. Нужно, например, после названия раздела или товара в каталоге автоматически прописывать в Москве, в Саратове, в Самаре, в зависимости от сайта. Ну, это, скажем так, скорее не в этом проблема, а в то, что мы вот в эту выпадашку настройки SEO не прокидываем местоположение. Теоретически несложная доработка, но можно будет запланировать такую штуку. Так, вот тут уточняется вопрос по поводу платежных систем в персональном разделе. Оплата карточкой, ифрейм, ссылка на оплату. Все это должно работать, да, вполне успешно. У нас работает, если у вас что-то не сработает, обращайтесь, будем разбираться. Если это штатный обработчик, который именно обработчик Битрикса, то все должно работать. Если не работает у вас, вы можете обратиться в техподдержку, и они вам обновят обработчик, если вдруг он почему-то не обновился. Если это какой-то нештатный обработчик, который реализовывали вы сами или разработчики для вас, то, к сожалению, вам придется обратиться к этому разработчику, чтобы он внес изменения в соответствии с нововведениями. Вот Андрей говорит, что мы в стабильных еще автокомпозит не выпустили. Разве мы не выпустили его в стабильных? Не может быть, автокомпозит уже давно. По-моему, он в стабильных. Он в стабильных. Нужно уточнить на всякий случай, но, насколько я знаю, он стабильный. Ну вот у меня на этой установке, в принципе, у тебя включен? Стейбл. Ну, он может не включен быть, но он, блин... Тут все стабильно стоит, я ничего не накатывал такого. То, что неправильно. Автокомпозит. Ну, все есть. Все есть, да, проверяйте. Все должно быть. Все уже в стабильных версиях. Устанавливайте обновления последние, и все у вас уже должно быть в наличии. Давайте даже его включим. Заодно и посмотрим, как он работает. Так, выходим из магазина. Так, пока Юра включает, тут я отвечу на следующий вопрос по поводу API, по поводу API складов. Если будет написан обмен с использованием API, будет ли он актуальный? В большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, мы стараемся всегда делать API совместимым, даже если мы производим какие-то изменения. Исключениями бывают, когда изменения настолько массивные, что полная совместимость обеспечить довольно тяжело. Хотя, несмотря на огромные изменения, допустим, в магазине большая подавляющая часть API осталась совместимой. Можно использовать старые API, новые API. Поэтому вы можете с чистой совестью спокойно использовать API, писать обмен, который вам нужно. Даже если появится какой-то новый API, старый API станет прокладкой к новому API, так скажем, прокси, да, и все равно все у вас будет продолжать работать. Если вдруг что, в любом случае можно будет с нами контактировать и всегда можно как-то согласовать, даже если там какие-то нестандартные подходы используются, нестандартные возможности. Убил, вернее, не убил сайт, а сработала защита от рефреша, ну, так называемого DDoS-а а-ля. Сейчас он через некоторое время даст мне возможность туда зайти, ну и, по идее, должен сработать композит. Так, вот вопрос, покуда он срабатывает. У товара есть SKU два вида упаковок. Например, 100 штук, 1000 штук с коэффициентом пересчета 100 и 1000, соответственно. Какая цена будет показана? За единицу товара или за упаковку?
Ну, пока она будет показана только та, которую вы проставите, если это действительно отдельные SQL элементы, вы можете там, в принципе, проставить за единицу и поставить коэффициент тот, который требуется. И тогда он будет автоматически пересчитываться. Я могу даже вживую показать, как это выглядит и как это работает. Вот на вот этом сайте есть такие товары, ну, похожие на вашу схему. Ну, то есть сейчас найдем какой-нибудь товарчик. Ну вот товар. То есть у него есть цена за 100 грамм, и вот мы выбрали 100 грамм. Я поставить могу 250 грамм, 500 грамм и 1000 грамм. Ну, это сироп глюкозы. Давайте найдем в административном интерфейсе, как это выглядит. Так. Это немножко сейчас время займет. Ты можешь пока другой вопрос почитать. Я потому что не очень так ориентируюсь, не так часто сюда захожу. Так, Валерий спрашивает про ссылку, где обсуждается компонент оформления заказа. Это, наверное, мы вам отдельно потом дадим. Я не помню, какую ссылку Юра обещал, но он вам даст. Какую ссылку я обещал? А, Я не обещал никакую ссылку, ссылку где сегодня. обсуждается компонент оформления А, заказа. не ссылку, я не обещал ссылку. Я могу показать, где ее можно найти. Сейчас попробуем показать. Давайте вот тот вопрос я открыл. Вот в данном случае вы видели, что в публичном разделе я могу выбирать сироп глюкозы в нужном мне весе. Соответственно, у меня меняется цена, которая автоматически пересчитывается от цены. Как это отрабатывает? Вот это SQL элементы, которые я открыл. По умолчанию, вот я открываю сироп глюкозы, который на 100 грамм. Как здесь это сделано? В торговом каталоге я проставляю цену за единицу, то есть у меня проставлена цена за 1 грамм. Внутри торгового каталога я ставлю коэффициент пересчета, то есть я говорю 100 грамм. То есть, соответственно, я вот эти 0,4 превращаю в 100 грамм в 40 рублей. И, соответственно, он у меня вот по умолчанию в 40 граммах показывает такую-то вещь. В 250 граммах это могут быть другие цифры, то есть вы можете пересчитать его даже от другой базовой цены. То есть вот там у меня пересчет был сделан от 0,40, в данном случае от 0,38. Для чего это нужно? Это нужно, вот как в данном случае, чем больше грамм берешь, тем цена за грамм получается меньше. То есть вы можете даже вот так клиенту сделать такой вот пересчет. Это очень удобно для клиентов, это удобно, легко решается и можно делать коэффициентами. Пока это делается в рамках только одного коэффициента, то есть система поддерживает один коэффициент. Когда мы выпустим компоненты фуд-ритейла, мы начнем поддерживать еще лучше, мы начнем поддерживать множественные коэффициенты, и вы сможете вообще задавать очень гибкие значения там, пересчетов для себя. Так, вот Игорь тут нас критикует. Давайте В покритикуйте личном нас. кабинете плитки занимают слишком много места, это некомпактно. А для Ну, чего компактность? вопрос, да, спорный вопрос. Вот я, например, если на работе я сижу на ноутбуках, то дома я за последние полгода ноутбук ни разу не запускал, я сижу на планшете. А тыкать по большим кнопочкам очень удобно на планшете. Да, мы все-таки исходили из того, что сейчас в основном паттерн поведения это в основном магазины, которые работают с планшетами или с какими-то ну, электронными средствами связи. Вот даже можно ради интереса посмотреть, сколько процент использования мобильщиков вот на данном сайте, на котором мы ходим. Ну, ради интереса. Пока Леша там читает свой вопрос, вот я зайду в Яндекс.Метрику. Вам, наверное, не будет особо видно. Давайте я посмотрю, сколько примерно пользователей на устройствах. Вот по типам устройства. ПК занимает всего 45%. Все остальное 39% смартфоны и остальное планшеты. То есть вот на этом сайте уже больше 50% пользователей заходят с мобильных устройств. И таких сайтов все больше и больше, клиентов таких все больше и больше. Все больше и больше больших смартфонов с большими экранами. Очень много таких смартфонов выпускают на Андроиде. Они очень недорогие стали, соответственно, очень много клиентов с Ну, таких то есть устройств. получается, я не гик какой-то, а я следую за основной тенденцией, я пользуюсь планшетами и мобильными устройствами, так же, как и большинство других людей. Замечу, кстати, напомню вам, что все наши стандартные компоненты современные Адаптивно. поддерживают работу и с компьютером, и с мобильными устройствами, адаптивная верстка кругом. И, соответственно, один и тот же компонент будет легко и правильно показываться и для мобильного устройства, и для стационарного компьютера. Для этого вам специального ничего делать уже не надо. То есть вы покрываете и те 45%, которые стационарные компьютеры, и те остальные 55%, которые мобильные устройства, планшеты. ПК с тачскрином определяется как мобильное устройство. Все верно. Ну, нет, я думаю, что нет.
не любой ПК, потому что у меня вот этот вот ноутбук, он с тачскрином, он определяется как ноутбук. Да ты что? Да. Корректно на компонентах? Это у меня никогда проблем не возникало с корректным отображением. То есть у меня это ноутбук как ноутбук, но реально тут тачскрин, то есть я могу пальцами по нему тыкать, только отпечатки остаются. На самом деле я уже не первый раз такой вопрос вижу, и я действительно может видел клиента. Может быть, некоторые клиента, определяются? Но там был Acer. И вот реально на Acer, правда, там такой Acer тоненький был, который именно прям постоянно в основном в планшетном режиме, и он реально определялся точно как тачскрин устройство и как мобильное устройство. Да, такая у вас, такие могут быть проблемы у клиентов, но это даже не проблема, он просто будет видеть все как для планшета. Это не так страшно, мышка-то продолжает работать, если он пользуется как обычным ноутбуком, у него визуально изменится только представление, связанное с ховерными схемами. То есть, когда по сайту ходишь, и мы по ховеру там показываем какие-то элементы, вот как здесь. Да, он ховера не увидит, он увидит весь сайт именно в такой мобильной версии. Можно даже вот симулировать эту штуку. Пока Леша там другое смотрит вопрос, я сейчас попробую симулировать эту вещь. Да, я пока на жалобы буду отвечать. Вот тут жалуются на новый функциональное округление цен, кому-то что-то в оплатах сломал. Наверное, стоит вам обратиться в службу техподдержки, чтобы мы посмотрели, что именно мы сломали. Ну, то есть, да, можем не уследить о какой-то там вопросе какой-то совместимости, если основное отслеживаем, но какие-то нюансы могут не отработать. Обратитесь, пожалуйста, в техподдержку, и мы постараемся либо зафиксить это дело, либо порекомендовать, если это, в принципе, невозможно, порекомендовать, как это исправить. То есть, в любом случае, мы что-то сделаем для вас. Вот я перевел режим в... Когда происходит вот эта проблема, про которую вы говорите, когда компьютер определился как мобильное устройство. Вот я перевел, ну, это, правда, руками перевел, он у меня не может мой ноутбук определить как мобильное устройство, у меня нет тачскрина, но я включил режим, как будто это тачскрин. И вот вы видите, нет ховерных элементов, то есть система не показывает по ховеру, и, в принципе, ничего не изменилось для сайта, все прекрасно работает. Да, нету вот этих красивых ховеров, нет изменения картинок, но в целом все осталось работать замечательно. Но тут уточнили, в этом случае это, как правило, моноблоки, которые компьютеры, но определяются как мобильное устройство. И в умном фильтре не получается с ползунками работать с мышкой. То есть приходится тыкать по экрану. А это уже вам нужно написать баг в техподдержку, и мы это попробуем исправить. Это наш баг, не должно такое происходить. По идее, там должно работать продолжать и с мышкой, и с пальцами. То есть мы посмотрим и подправим. Написано, что в техподдержку писали, нам отвечают сразу. Ну, я уточню этот вопрос, отдельно посмотрю, какие по этому делу те движения сделаны. Может быть, это уже исправлено, просто еще не вышло. Да. Может быть, это вышло, но вы еще не поставили обновление. Я уточню этот вопрос, проконтролирую, чтобы... Ну, вообще мы старались, чтобы работать продолжала и мышка, и работать продолжала и пальцевый ввод. Потому что тут мы даже не на мышку рассчитывали, а сейчас появляются много тачпадов, у которых есть именно сенсорный ввод какими-то там устройствами дополнительными, и они рассматриваются как мышка на некоторых устройствах. И поэтому мы делали, чтобы так и так работало. Планируется ли адаптив в админской части, чтобы админкой можно было пользоваться с мобильных устройств? Ну, в ближайшее время, наверное, нет, потому что все-таки администрировать какие-то вещи с мобильного устройства очень сложно, делать какие-то отгрузки прям серьезные. Теоретически можно и сейчас зайти и, в принципе, отрабатывать. Она достаточно адекватно отрабатывает, а делать прям полный адаптив, мы убьем очень много времени, у нас огромное количество страниц, а не так много будет пользователей, которые будут этим пользоваться. Если вам нужно получать какую-то статистическую информацию с админки, лучше использовать наш мобильный администратор. Вот я его лично сам использую, мне очень нравится, когда приходят пуш-уведомления о новых заказах, когда приходит информация о каких-то еще интересных вещах, вплоть до того, что я даже туда загнал информацию о заявках. У меня есть формы на сайте, и я заявки тоже загнал в мобильное приложение. У меня теперь и пуши по заявкам туда же уходят, чтобы я знал, что заявку у меня оформили на сайте. То есть, в принципе, лучше для этих целей использовать админское приложение. Так, вот тут жалуются на каталог, на компоненты, что... всплывающее окно под картинку нежлежащего товара залазит. Да, да, это есть такая проблема. Это такая даже было на демонстрационном сайте. Вот, кстати, у меня на сайте такой проблемы нет, потому что я старался компоненты подобрать корректно. Но у нас есть эта проблема. Мы как раз сейчас, вот у меня не происходит такой вещи. Это не со всеми компонентами. Да. В каком-то одном из компонентов, я точно не помню в каком, но в каком-то одном вот, есть ошибка. Есть у меня такая проблема. Есть, это в компоненте просмотра. Вы смотрели.
она действительно, Z-индекс неправильно определяется, и оно залазит на него. Но в новых компонентах каталога уже этой проблемы не будет изначально, да. То есть она будет полностью исправлена. Мы знаем об этой проблеме и обязательно ее исправим в обновлении новых компонентов. Спасибо большое. Ну, а тут про админку уточнили, судя по всему, управлять заказами, чтобы человек в поле мог с планшетом управлять заказами в административной части. Ну, вообще с планшета можно управлять без проблем. Планшет, экран достаточно большой, и там достаточно удобно управлять. А вот делать ее прям совсем адаптивной, ну, мы считаем, пока это избыточно. Ну, то есть неэффективно. Не так много пока именно с планшетов управляют заказами. Я даже с телефона делал изменения внутри заказов. Теоретически, возможно, можно выполнить. Не каждодневная штука, но, в принципе, пользоваться можно. Так. Так, ну, вопрос у нас подходит к концу постепенно. Но вот все-таки настаиваю тут про админскую часть, что бывает на улице срочный звонок, там требуется администрирование в админке. Прям. Все, включился автокомпозит, мы видим кнопочку быстро с 1С Bittrex. Я тут раз, когда перезагружал, не нажал, видать, кнопку, она не отработала. Вот, в принципе, сайт перевели на автокомпозит. Сайт заблокировался, как я уже говорил выше, это не упал сайт, а это сработала автоматическая система блокировки, когда делается много рефрешей. Внутри страницы система блокирует, чтобы не было какого-то DDoS-а, чтобы у вас хостинг выдержал. Это, кстати, параметр регулируется, вы можете его настраивать очень гибко. Можете увеличить это время, если вы уверены в своем хостинге. Вот я хожу по страничкам, у меня странички открываются в композитном режиме. В принципе, сайт не сломался, все хорошо. Ага. Так, ну вот немного жалуются на автокомпозит, что может ехать верстка, но, наверное, это не тема текущего разговора. Ну, здесь я давай добавлю немножко просто про автокомпозит. Да, ребята, может поехать верстка, это нормально. Все-таки автокомпозит – это система, которая сама пытается вашу верстку подогнать, чтобы она сработала в композитном режиме. Естественно, если там что-то сделано, что она не смогла перевести, это может немножко развалиться. Но если это не сильно развалилось, мы, кстати, в описании, когда вы включаете автокомпозит, мы там даже пишем, что обязательно пройдитесь по всем паттернам вашего сайта, по всем вот схемам, как работают пользователи с вашим сайтом. Проверьте, все ли хорошо осталось. Если не осталось, то отключите автокомпозит. Если у вас чуть-чуть развалилось, ну, поправьте немножко верстку, и будет все хорошо. Но для многих сайтов автокомпозит прям срабатывает мгновенно, и это прям прекрасно. Так, вот прям про композит много вопросов. А у нас не запланирован вебинар с участием разработчика технологии? Ну, на самом деле, это можно попросить девчонок, чтобы они поставили. Я напишу девчонкам сегодня. Потому что я смотрю очень много вопросов, и наиболее логично, если на них будет отвечать сам автор технологии, который вам скажет и подводные камни, и как их обойти, и какие-то хитрости сможет вам рассказать. Может быть, лучше сделать именно так вот. Окей, я попрошу девчонок, чтобы они поставили такой вебинар. Так, ну что, вопросы у нас вроде закончились. Ну, давай тогда идем. Если какие-то вопросы еще будут, вы можете писать нам в форуме. Давай будем идти дальше. Да, давай. Спасибо большое, что вы присутствовали на нашем вебинаре. Если он был вам полезен, вообще нам очень важны ваши отзывы. Пожалуйста, поставьте по 10-бальной системе, насколько он вам понравился, насколько наш материал, который мы рассказывали, был вам интересен, его подача была интересна. Можете даже там в разных критериях подсказать. Если у вас есть идеи, у нас есть специальный сайт idea1sbitrix.ru, по бусу особенно, по управлению сайтов, мы прям просматриваем все идеи обрабатываются, мы очень много за последние там 2-3-4 релиза, за последние 2 года фактически много идей реализовали, бус очень хорошо развивается, и мы будем реализовывать ваши идеи дальше. Спасибо всем за внимание, с вами были сегодня Алексей Кирсанов и Юрий Волошин. Спасибо, до свидания. До свидания.